Приветствую с вами я Веган Христолюб. У нас с вами сегодня такое видео. Очень большая тема это любовь детей к родителям или почитай отца и мать. Можно много говорить на эту тему и можно было бы целый плейлист и целую тему такую раскрыть, но я сегодня запишу один большой ролик. Не знаю, насколько он там часов получится. Вы знаете, что я люблю. Длинные видео, так что готовьтесь. И то, конечно, этим видео я не, 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 не затрону все вообще темы, которые можно было бы, нюансы этой темы о любви детей к родителям. Это все очень широко. Но мы с вами поговорим. Я просто люблю такие концентрационные вещи, когда как, есть такое слово эссенция, да, то есть вот выжимка из всего. И то, как я вам сегодня подам эту информацию, я думаю, над многим заставит вас задуматься. Все это я делаю в рамках э, плейлиста и такой большой темы. Это семья, любовь к детям и родителям. В основном все ролики были и все темы посвящены, ну, по сути, получилось таких 9 тем. Э, это все-таки любовь к детям, да? Мы с вами я поговорили, поговорили о child-free, о разводах, об абортах, о приемных и своих детях, о ювенальной юстиции, о воспитании детей, о взращивании их по телу и взращивании по духу. И вот сегодня у нас вот тема именно теперь наоборот любовь детей к родителям, да? И опять же любовь детей к родителям очень разная. Так как ребенок возрастает, одно дело в год, другое дело в 2, в 3, в 10 лет, в 20, в 30, в 40, в 50, в 60, в 70, наоборот, когда ты уже становишься, можно сказать, человеком взрослым, да, даже уже тоже начинаешь стареть, и у тебя еще есть очень престарелые, пожилые там родители или уже совсем старые. И эта любовь тоже по-разному проявляется. Я сегодня всех этих тонкостей затронуть не смогу. Бог благословит, может быть, буду записывать еще видео. Но все-таки этим большим видео я хотел бы затронуть библейские темы, библейские цитаты, которые нам говорят что-то о любви там, детей к родителям. И причем, конечно, центр у нас сегодня будет это именно Иисус. Да, а именно Иисус, как, как он это видит, как он это поступал со своими родителями. То есть, в принципе, ролик будет посвящен, конечно же, Евангелию. И именно как Иисус в Евангелии поступал и что говорил. У нас до нас дошло совсем немного. Евангелие до нас дошло сильно урезанным, сильно скромным. Да? Иисус, конечно же, делал и говорил намного больше. Но мы с вами оперируем и обращаемся к тому Евангелию, который у нас сегодня всех имеется, да. Вот. Я даже думал, плюс мы с вами и Ветхий Завет, конечно же, всегда я с него начинаю в том плане, чтобы, да, сравнить. Ветхий Завет мы все возьмем одну фразу, почитает и Мать, вы все это знаете, так, так называемую заповедь десятисловие. Объясню, почему не, мы не будем остальные места разбирать. Я думал даже разделить на ветхи Новый Завет, потому что ролики очень длинные. Но мне хочется, когда вы вот смотрите длинное, длинное такое видео, оно все-таки формирует какую-то определенную реальность. Да? Когда это все разделяешь, теряется мысль, тем более после Ветхого Завета, так скажем, в устах Моисея, как это звучало, мы с вами разберем, посмотрим. Иисус тоже, как бы, ссылался в теории на это место Ветхого Завета, тоже произносил эти слова, но произнесенные одни и те же слова разными личностями, оказывается, имеют очень разный смысл. Да? То, что вкладывал Моисей, в почитай Отца и мать, и то, что вкладывал Иисус, это не одно и то же. Ну, давайте перейдем и уже более подробно будем об этом с вами сейчас говорить. Я буду много читать со своего сайта все, что я написал. Здесь прямо есть ссылки. На те места Библии и Евангелия, которые я буду для вас зачитывать, все, все вы это найдете на страничке моего авторского христианского сайта. Ссылка будет первой в описании к этому видео, как и всегда. Буду читать и в свободе слова что-то дополнять и комментировать. Итак, рассмотрение данной темы я буду делать на основе библейских текстов из книг Ветхого и Нового Заветов. Начинаем с Ветхого Завета Моисея. Религиозный человек, Верующий, что Библия есть Слово Божье, конечно же, сможет найти в книгах Ветхого Завета много разных мест, которые можно было бы рассмотреть как пример взаимоотношений родителей и детей. Но и сыновья Авраам, Исаак Иаков, Израиль Иосиф, Давид и Соломон и так далее. Но я, Христолюб, этого делать не буду, ибо пользы от этого не будет никакой, так как полнотой познания истины и совершенством... И совершенством любви личности Ветхого Завета не обладали. Я рассмотрю лишь одно место Ветхого Завета, на которое ссылается сам Иисус в своих речах с окружающими. Еще раз, что я хочу сказать. Конечно же, в Ветхом Завете можно было бы много э, набрать разных историй, где что-то, какие-то взаимоотношения между детьми и родителями, между там, дочками и матерями, сынами и отцами, дочерьми и отцами, сынами и матерями. Можно было бы, там, Ветхий Завет, это много книг из них половина повествовательных, то есть это каких-то историях, событиях рассказано из Ветхого Завета, что, как было. И там, конечно же, можно было бы найти и что-то оттуда брать. Вот так вот поступил Давид там с Соломоном, своим сыном. Или наоборот, Соломон с Давидом. Да, тот ему сказал, тот и сделал. Но я вам уже сказал, что Персонажи Ветхого Завета были далеки от истины, далеки от совершенства, поэтому разбирать их поступки я считаю абсолютно ненужным и неправильным. Если только там что-то согласуется с истиной, с, с, с Новым Заветом, с Евангелием, с любовью, то да. Но таких мест совсем немного. Я сегодня их упущу, как я вам сказал, уже, если когда-нибудь я буду добираться и в рамках вот этого плейлиста, этой темы отношении детей, родителей. У меня будет желание, возможность записывать больше. Тогда уже подробно можно будет добавлять. И вот я буду на сайте все это, я для этого делаю эти странички, что более подробно не повторяться уже. Сегодня мы с вами в общем все это обрисуем. Поговорим об одной, так скажем, об одной цитате Ветхого Завета, почитай отца или мать. Если я когда-то что-то буду добавлять, есть в Ветхом Завете, там можно, конечно, крупицы. Жемчужные там тоже есть, можно взять какие-то примеры какие-то моменты как пример, да, потому что они совпадают с Евангелием, с истиной, с любовью. Но сегодня, я говорю, так как это видео и так будет очень большое, мы, конечно, сконцентрируемся на Новом Завете, причем на Новом Завете, в частности, на Евангелии, без апостолов, без книги Деяний, без их посланий, чисто на Евангелии. Я постарался для вас выбрать все места, какие касаются до этой темы. Если уж я что-то забыл, напомните мне в комментариях, я обязательно дополню. И, возможно, даже запишу отдельный ролик, если я упустил. Ну, вроде бы я так основные места Евангелия, самого небольшое. Его можно изучить всегда на предмет любой темы, которая вас интересует. Итак, ну мы с вами поэтому обратимся лишь к одному месту Ветхого Завета. Это исход 20 глава. Почитай, или в разных переводах чти, ну, одно и слово слово, но глагол немножко по-разному сказанный. Почитай или чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Это исход, книга исход, 20 глава, 12 стих. Но что значит почитать или чтить, я задаюсь вопросом. Обратившись к этимологии слова почитать, чтить, мы узнаем, Что значение слова размыто и пересекается с другими подобными синонимичными словами. Как-то слушая, смотрите, я, все ссылки, которые я опираюсь, они всегда обычно есть в тексте, они активны. Вы можете на них кликать э, в браузерной версии или на компьютерах или на, на, на смартфонах неважно. Вы можете всегда перейти и сами углубиться и посмотреть. Вот, пос, смотрите, слово чтить то же самое, да. У него разные значи, значения. Э, оценивать, определять цену. Заметьте, тут вообще кажется со словом любовь даже не фигурирует. То есть оценивать или определять цену. А второе значение слова это чтить, почитать, это уважать, оказывать почесть. Да. То есть слово чтить от слова почет, почтение. Да? Или уважать. Но опять же, уважать это отдельное слово. Есть слова благоговение или прочие другие смотрите, как-то я слушаю толкование Ветхого Завета одним известным проповедником-профессором, позже он стал православным попом. Я был сильно удивлен, когда он комментирует, ну я вот слушал его, у него выборочные были такие чтения Ветхого Завета, он так прыгал, он не то что последовательно, как я в свое время зачитал, ну так по Ветхому Завету прошелся и какие-то места выбирал, не подряд все читал еще на телеканале «Союз» тогда был, вот. и вот он читал и как бы говорил, вот он когда дошел до этой «Почитай отца или мать», он стал говорить, что, комментируя это место из исхода, стал говорить, что слово «почтение» выше, чем слово «любовь». Я тогда вообще обалдел. Я подумал, какой же бред, да. Зачем придумывать эту чепуху? Ведь Бог есть любовь, а не почтение. Апостол Павел как-то сказал, что в мире много слов и у каждого свое значение. Но, к сожалению, это только лишь в теории. Ибо на практике у нас много слов, говорящих об одном и том же. И первое слово мы описываем за счет второго. Но потом второе описываем за счет первого. Почтение, уважение, преклонение, благоговение и прочие Вроде бы разные слова, каждый со своим смыслом, но погружаясь в этимологию, узнаешь, что значение слова описывается за счет его синонимов. По сути, все они лишь разные аспекты и оттенки любви, ибо любовь и есть совокупность всех совершенств. Параллельные места в Евангелии апостоль не дают однозначного понимания значения слова «чтить». Иисус тоже не раз употреблял это слово. В его речах оно больше похоже на то, что синонимично слово «любовь». Еще раз, о чем хочу сказать. Вот смотрите, я для вас сделал пересылки, я говорю, вы можете зайти, сначала посмотреть, что вообще... Потому что, знаете, очень легко, вот мы читаем с вами Библию, да, «Почитай отца или мать». А что это значит на деле? Да, это слова. Такие слова, как «любовь», «доброта», это сущностные слова, мы их называем именем существительным, да, они в себе что-то несут. Ну что? Оказывается, что в жизни, в реальной, каждый вкладывает в эти слова все, что ему взбредет в голову. Здесь то же самое, очень легко прочитать, почитать, а как читать, -то? как почитать-то этих родителей? Как потом учить своих детей почитать себя или там старших или так далее, или своих прародителей, то есть свою бабушку, там дедушку? Что ты будешь в это вкладывать? Что это покорство постоянно или заблюдство, рабство? Что такое? Что значит ребенок должен чтить своего родителя, дитя своего, того, кто дал ему жизнь? Да. Что это такое? Вы погрузитесь в этимологию на всех библейских ресурсах. Я вам показал, там немного переводов, начиная с того, что это вообще означает слово «оценивать» и «придавать оценку». То есть ты что, должен оценивать своих родителей? Что значит почитать отца или мать? Оценивать их? Определять цену, давать цену своим родителям. Здесь вообще другой смысл. Заметьте, это два значения одной, одного и того же слова. Причем оценивать и определять цену стоит первым. Я вам все это говорю с сайта Bible Online. Библия онлайн. Bible buy Один из известнейших ресурсов. Вы на любой перейдете, неважно, у каждого свои ресурсы, какие-то больше нам нравятся, каждому какие-то меньше. Я для разных нужд разными ресурсами пользуюсь. Вот вам, пожалуйста, этимология. Первое значение – это оценивать. Так что же, почитать отца или мать, а значит оценивать их? Определять им цену? Да. Насколько они достойны или недостойны? одного, двух, десяти или тридцати сребреников. Что это значит? Ну хорошо, если почитать это уважать, а что такое уважать? Это опять существительное слово, имя существительное, ну здесь глагол уважать, ну подразумевается уважение. Что такое уважение вообще? Оказывать почесть. А что такое оказывать почесть? Что это такое? Это просто шапку преклонить, шапку снять или там голову преклонить немножко. Или что это такое? Что такое это есть почитание? Причем, заметьте, тут почитать через и пишется. А, 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 а перевод, как бы значение слова, как почитать, почесть, да, слово почет. И здесь это маленький, еще далеко не весь набор того, как можно перевести это слово и что в него можно вложить. Я вам дал разные примеры. Благоговение, преклонение, благо, благоговение, благу, можно восхищаться родителям и так далее. Это все можно тоже вложить в смысл слова почет. Но так ли это будет на самом деле? Как я вам сказал, да, хоть и апостол Павел написал, то у него есть эта знаменитая фраза, я очень часто ее произношу, что как бы у каждого слова в мире нет слова в мире без значения. Но, к сожалению, как мы видим, одно слово зачастую определяется через другое, и причем само то слово тоже для нас загадка. Потому что я говорю, что слово почитать непонятно, что в него каждый будет вкладывать. Что слово уважать? Да, что значит почитать это уважать? Это ответ, очень странный ответ. Вот вы спросите кого-нибудь, что значит слово почитать? Он скажет, ну почитать это уважать. Ты скажешь, а что такое уважать? Он скажет, ну это хорошо относиться. А что значит хорошо относиться? Мы сейчас с вами разберем. Иисус во всех местах хорошо к своим родителям относился. Да, а когда он призывал никого, называть, никого не называть отцом, да, он хорошо относился к своему отцу или вообще призывал нас к своим отцам хорошо относиться, не называя их отцами. Да. А то, что мать ему и сестра ему, и брат ему, тот, кто исполняет волю Божью, а не кто просто кто по крови с ним, кровным родственником является, мы с вами сейчас попозже обо всем этом подробно будем говорить. Я вам забегаю вперед, даю эти примеры. Что значит уважать? Что значит по-доброму относиться? Да. А пойти похоронить отца или не похоронить, как мы с вами будем читать, Иисус обязал, можно сказать, одного из своих учеников. Это было почитание к отцу или матери, что он даже на похороны его не пустил. Так что такое почитание? Что такое даже доброта, хорошо известное слово. Да что такое любовь? Да. Но я вам дал такой пример, очень интересный. Я говорю, когда я слышал вот такое вот толкование одного там православного богослова Папа, меня, конечно, прям возмутило это. Зачем придумывать всю эту чепуху? Бог есть любовь, уже все давно придумано. Любовь такой мы, мы подразумеваем под любовь. Любовь, абсолют, совершенство, Бог. Это, это что-то абсолютное, что-то совершенное, что-то идеальное. Эти слова, по сути, видите, тоже разные. Совершенство, абсолют, идеал, Бог. А по сути, это, это одни и те же слова с одним и тем же смыслом. Цельность, полнота. Это все говорит о том, о чем-то вот таком вот совершенном, идеальном и законченном. Да, хотя, видите, я одно через другое опять объясняю. Это очень важно тоже понять. Любовь уже есть. И вот он там развел демагогию на целых тоже там час, я уж не помню, или сколько. Вот про то, что почитание, это прям, вот он прям трясся весь. Это что-то такое, что с родителей надо прям пылинки сдувать. Я, знаете, я специально с этого начал. Вот просто ролик, конечно, будет такой красной ниточкой, будет проходить о том, что, конечно же, наши родители, и к конечным выводам мы подойдем, должны для детей быть не чем-то особенным в том плане, что это какие-то особые люди, а вот другие люди, они почему-то не особые человек, идущий к истине, особенно который придет в полноту познания истины, понимает, приходит и понимает, что все мы люди равные на земле. Нет для него уже никаких, кто в полноте познания находится. Нет никаких ни детей, ни братьев, сестер по крови, ни родителей, ни бабушек, ни дедушки, ни внуков, ни внучек. У него есть люди просто добрые или злые. Вот и все. И все равные. Все ему, можно сказать, братья и сестры, все ему друзья. Потому что в Царстве Небесном всем будем одного возраста. Не будет там никаких ни родителей, ни детей, ни бабушек, ни дедушек, ни внучатых племянников, э, да, ни племянниц, ни двоюродных, ни троюродных э, родственников каких-нибудь. Там все просто будут, все, кто достигнут полноты познания, просто будут все пребывать в равной любви друг к другу, так как все мы будем в одном, можно сказать, возрасте, все будем равны друг другу и не будем чувствовать никакой кровной э, этой плоти, никак... потому что мы в этой жизни друг другу можем быть и матерью, и отцом. Умершая мать может переродиться э, в дочку своей дочери и стать, ей, и стать, можно сказать, собственной внучкой самой себе. Да, христианство реинкарнацию не отрицает, потому что это такая же Божья любовь. Да. Человек может прожить на этой жизни ни одну, на этой земле, ни одну жизнь. Так что же такое? Иисус употребляет, когда цитирует этот Ветхий Завет, Он то же самое говорит, но об этом мы с вами разберем позже, когда доберемся до Нового Завета. В 21 главе. Моисей еще произносит такие фразы, 15-17 стих 21 главы. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. И кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Во-первых, по поводу ветхого за этой Моисея, просто эти слова я вам текст не показал, сейчас вот показываю. Эти слова, как раз как всегда, доказывают то, что полноты познания истин нет, конечно же. Зап... Заповедь любви и вообще любовь в мире проявляемая, она никогда не сопряжена с насилием или убийством. Да. Поэтому, Моисей, конечно, видите, учит, учит как бы да, добру людей, оперируя к чему? да под страхом смерти этого не делать и по поводу злословия тоже сразу хочу сказать здесь я подробно так не буду разбирать и даже текстами я это не писал своими словами вам сейчас скажу по поводу злословия под злословием слушайте надо понимать когда ты реально просто просто так злословишь свою мать или отца каким что такое злословие злое слово то есть какими-то негодными словами поносишь своих родителей. Это не говорит о том, что даже я, как проповедник, публично не раз уже рассказывал, и сегодня вам еще буду кое-что рассказывать из своей, конечно, жизни, опыта, что мои родители там не понимают меня, отрицают Евангелие, христианскую жизнь, христианство Иисуса Христа не принимают, да? Это не говорит, что я их злословлю, что предлагали мне в дурке полежать, об этом я сегодня еще буду позже говорить, да, когда я пришел с благовестью домой. Это не говорит, что я их злословлю, это просто правда, вот и все. Я просто об этом говорю. Это тоже очень важно понимать. Злословие, то есть злое слово, то есть слово, несущее какой-то э, неправедный негатив, который ты пытаешься вложить об этих людях. Это очень важно, да. Я не пытаюсь своих родителей, я их также люблю, как и всех людей на земле, и не хочу смерти грешника, как и Бог. Хочу, чтобы все покались и пришли в полноту познания истины. Все были со Христом в небесном царстве. Вот и все. Поэтому, а это я просто рассказываю реальность жизни. Вот и все. Если вы спросите моих родителей, верят они в Иисуса, принимают эту жизнь, они скажут, нет, какая разница, вы слышите это от меня или от них услышите. Здесь нет никакого злословия. Это тоже очень важно понимать. Поэтому, когда мы что-то про своих родителей рассказываем, даже плохое, так скажем, это не значит, что мы их злословим. Это тоже надо вот понимать. Тем более, они же это делают публично, тем более, так скажем, не отрицайся от этого. Да, это их жизнь. Да, они не принимают Христа, не принимают полноту истины, не принимают всеобщую любовь да, равную. Ну что, Почему мы об этом не можем поговорить? Мы об этом говорим друг другу. Естественно, если человек проповедник, тем более в интернете, как я там, да, в том числе, то, конечно же, он об этом будет говорить. Это примеры его реальной жизни. Вот. А нет ничего важного и большего, чем именно своя собственная жизнь. Вот. Дальше мой комментарий. Моисей из-за своей недалекости выделяет отца и мать из других людей, окружающих человека. Но Иисус делал обратное и говорил, что любой человек, ударивший и позлословивший любого человека, достоин гиены огненной. Еще раз, видите, Моисей, как всегда, все опять мама, папа, вот, да, как будто маму, папу нельзя бить, да, а любого человека, как мы знаем, там соседние народы можно вырезать под корень. Да, злостоить отца или мать нельзя, а да, врагов народа можно, конечно, что хочешь с ними делать. А Иисус запрещал любого человека просто так засловить, да. Кто скажет своему, что скажет человеку, там, дурак, помните, Иисус говорил, не потому что он правда безумец. Иисус называл людей безумными, а именно просто так говорит, ты дебил, там, да. Тот, что достоин гиены огненный. И опять же, это не просто смерть, да, Гиен Огнен это место, где люди как бы сами туда попадут, думая, что они вот хорошие, они попали в то место, куда они достойны. На самом деле они просто потом вкусят плоды всех своих дел. И вкусят опять ради чего? Ради покаяния. И в аду можно будет, в Гиене огненной все равно можно будет покаяться. Итак, давайте дальше с вами читать. Исход 32 глава, то есть мы с вами 10 глав переходим и кое-что интересное из Ветхого Завета сейчас с вами узнаем. Моисей увидел, что этот народ необузданный, и барон, давайте кратко к предисловию, это Моисей уже взошел на горы, получает там две скрижали от Бога с десятисловием, да, как это говорится. И кто помнит эту историю, он спускается, а Аарон там уже слепил золотого тельца для народа, народ там беснуется, веселится, бухает. Моисей спускается, все это увидел, разбил таблички, ну и разгневался очень сильно. Вот давайте кратко, видите, я совсем вам по чуть-чуть подаю. Но мы прочитаем дословно то место, которое я считаю важным. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Арон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его. И стал Моисей в воротах Станы и сказал, «Кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левины, и он сказал им, «Так говорит Господь». Ну, здесь под Господнем подразумевается те, то колено, которое было выбрано для служения, это колено Левина. Это как бы священники, так называемые, израильского народа. Так говорит Господь Бог Израилев. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали, там, кстати, разные переводы, там под ближним и переводится как родных своих. Вот, да. И сделали сыны Левины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал им, сегодня посвятите руки ваши Господу. Каждый в сыне своем, в брате своем, в сыне своем, заметьте. То есть надо было детей своих убивать, братьев убивать. Здесь, давайте я зачитаю, да не спошлет он вам сегодня благословение. И давайте я свой комментарий сначала зачитаю, потом в свободе слова еще скажу. После того, как Моисей учил народ чтить отца и мать, он повелевает им же убивать своих братьев, друзей, сыновей, дочерей, получается, то есть детей и ближних. А я говорю, в некоторых местах там перевод идет родных, да, то есть вот как раз по крови там. Родители, двоюродных всяких братьев, тетек, дядь, тетек, дядек. Да, здесь прямо не сказано: здесь единственное в этих перечислениях: нет родителей слова. Но мы видим с вами: есть дети, есть друзья, есть братья, есть ближние или родственники в других переводах. Да, здесь прямо не сказано: убивать своих отца или мать, но они точно убивали уж получается отцов, и матерей друг друга, потому что всех, кого они убивали, кому-то являлись либо детьми, либо родителям делали они это в собственном израильском народе. А убийство своих собственных братьев и сестер, плюс, плюс говорится, убей брата своего, убей сестру свою, а ведь сестра или брат моя, это, это дочь или сын моих родителей. Значит, я по сути почитаю своих родителей тем, что убиваю э, их дочерей и, и, и сыновей, своих братьев и сестер, а убийство своих собственных братьев и сестер, я говорю, разве не причиняет боль общим родителям? Конечно, да. Вот тебе и поверь, почтение по версии Моисея. То есть, еще раз смотрите. Да, можно хорошо очень цитировать, как я всем, вы знаете, как я даже веганов обличаю за то, что они цитируют вот Ветхий Завет там, что якобы не убей, якобы это вот заповедь не убий животных. Я говорю, все это манипуляции, во-первых, либо, либо ведомые, либо неведомые, я уж не знаю, я об этом много раз говорил манипуляции в том плане, что э, где там сказано не убей, там потом же сказано, когда веганы там тоже приводят, в пример, трупожором, что вот якобы вот в Ветхом Завете даже сказано. Я говорю, там дальше, это вы, конечно, разводите лохов, так скажем, на, на невежду рассчитываете, а человек знающий всегда вам в обрат плюнет и бросит этот э, библейский камень о том, что там дальше э, тысячи валов тут же убили и зарезали, принеся их в жертву. Да, и прям тут же после этой, так скажем, заповеди данной Моисеем. Я говорю, на кого это рассчитано? Здесь то же самое. Смотрите, можно много, сколько угодно красивых песен петь, что якобы это вот заповедь Божья, там, почитается или мать, вот надо ее соблюдать. Да, только посмотрите, что в это вкладывает Моисей. Не успел он сказать эту заповедь, как тут же призвал, неважно, что они там стали бесноваться, отреклись от Бога истинного, да, но отреклись они, и Бог есть любовь, и никогда бы не стал убивать свой народ, да. Это уже делал сам Моисей. Кто знает мое отношение к Ветхому Завету, и кто не знает, можете познакомиться, она есть, целиком у меня записана. Весь Ветхий Завет, мое прочтение с комментариями на канале Христолюб, чтение библейных писаний. Там вы все узрите, что все эти слова Моисея, которые он вкладывает, которые он произносит якобы от имени Бога, это все абсолютно проходит через его сердце. Ничего подобного ему Бог не говорил, это Он сам так решал. Вот. Это все очень важно понимать. Да. Посвящать свои руки Господу таким образом это, естественно, целиком желание Моисея. Бог есть любовь, и таким образом Он людей к себе не приводит. Да. Это очень важно. Поэтому смотрите, да, можно, конечно, красиво, ой, почитай отца или мать, в ветхом за эти сказано. Ну, пожалуйста, Моисей тут же призывает убивать детей, родителей, друзей, братьев, сестер. Ничего себе почитания. Люби ближнего, люби брата, Моисей тоже говорил, да. И тут же мы видим, какая-то любовь, в чем она проявляется. Только ты накосячил, сразу тебе нож в горло. На этом достаточно. Я вам для примера поговорил. Давайте переходим, потому что ролик получится очень длинный. Вы видите, я достаточно быстро стараюсь говорить, даже а то я очень часто затягиваю все это. Давайте переходим к Новому Завету. Новому Завета я, конечно, по логике, можно было бы я говорю, и отделить, если бы мы сразу здесь с вами разобрали заповедь почитай, когда Иисус это произносил. Но я, видите, я построил так, что я хочу, чтобы все-таки. И тогда бы ролик можно было о почтении, ну, и с кем-то поделиться, да, там, «Ой, почитай отца и мать, тебе же там сказано, вот, что ты об этом думаешь. И можно было бы отдельно ролик сбросить. Но я хочу, чтобы новозаветную картину, евангельскую, если правильно выражаться, потому что, как я вам сказал, сегодня ничего из апостолов мы брать с вами не будем. Мы будем брать только из Евангелия. Поэтому евангельская вот это, а именно как, как Иисус что говорил и что делал вот по, по, по этому вопросу, как он был со своими родителями. У нас есть маленькие эпизоды, совсем небольшие кусочки, но мы их с вами разберем и посмотрим, как Иисус поступал. То есть, опять же, для примера, что такое вообще почитание. Мы будем в это все э, вдумываться, вкладывать. Поэтому ролик все-таки будет. Единый, как я вам сказал, все-таки решил я пока его не разделять. Итак, для истинных христиан, последователей Иисуса Христа, основ, основой знаний и поступков в жизни является Евангелие Иисуса Христа, где поведано о Его учении и любвеобильной жизни. А поэтому рассмотрим все места Евангелия, касающихся данной темы, в хронологическом порядке от рождения. Иисус Христа, до его насильственной смерти, где его убили, кто знает, да, за богохульство якобы. И где он что-то говорил по данной теме или что-то делал в отношении своих родителей по плоти Марии и Иосифа. Итак, давайте начнем постепенно. У нас есть эпизод, кто знает Евангелие, кто нет, я скажу, кто не знает, кто, кто помнит, но забыл, напомню. Это когда Иисусу было 12 лет. Я так и назвал, я по-разному их поназвал, но краткое название это послушание. Знаете, тоже очень любят детям тыкать родители, что то якобы будь послушным особенно если это и христианские родители, родители христиане. Вот Иисус был послушным, да, может быть, приведут вот пример как раз эту историю, потому что о детстве Иисуса нам практически вообще ничего не известно. Вот из Луки есть, может как единственный эпизод, который говорит о чем-то, что было с Иисусом до 30 лет, до того дня, когда он вышел на проповедь. Итак, Иисус единожды в Евангелии от Луки... Лишь единожды в Евангелии от Луки описывается случай, связанный с этой темой, когда отрок Иисус был забыт родителями в Иерусалиме после празднования Пасхи, где он спокойно общался с учителями народа. Давайте я вам для, для вас прочитаю этот эпизод. Лука 2 глава 41 стиха. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Иосиф назван отец Иисуса, матерь Мария, мать, мать его земная, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего, спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, ответом Иисуса. И увидели его, матерь его и сказали ему чада, что ты сделал с нами. Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Иисус сказал им: зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что, меня долж... что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И Иисус пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. И Матерь его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и людей. Слушайте, конечно же, в этот эпизод можно много вгрызаться, вдумываться, погружаться. Здесь много пищи для размышлений, для разговоров. Но мы с вами все это сегодня опустим. Что, что, мам, что Мария говорила Иисусу, что Иисус им отвечал. Да, что это значит быть в том, что принадлежит Отцу моего. Мы в рамках сегодняшнего видео, конечно же, все это опустим. Поговорим лишь о том, вот именно, вот об этом так называемом послушании. Да, как Иисус себя вел с родителями. Конечно же, можно вырвать это место из Писания и тыкать детям, как пример послушания отрока Иисуса своим родителям. Но связывать 51 стих, вот этот вот, да, Иисус преуспевал в премудрости, возрасте, у любви, у людей, у Бога и людей с, с, описанным эпизодом некорректно, ибо отрок Иисус ничего плохого не сделал. Мария и Иосиф сами не досмотрели за Иисусом, положились на свои мысли о том, что он где-то идет с другими родственниками. И плохого отрок Иисус там ничего не делал. Наоборот, в юном возрасте уже светил светом истинной любви. Если под фразами «был в повиновении и преуспевал в любви у Бога и людей» подразумевается общее понятие «был хороший мальчик», знаете такое, ну или «был хорошим ребенком», то это хорошо, можно ставить как пример подросткам. Но остается главный вопрос, что в это будут вкладывать в родители? То есть опять вот заметьте, да, казалось бы, можно взять, вырвать из контекста весь этот эпизод и там своим детям тоже, знаете, вот, там, я уж молчу про проповедник, который с кафедры будет, будет тыкать, вот, Иисус был в послушании, а там, может, еще в зале сидят его дети непослушные, да, и он будет: вот, видите, Иисус был послушным, а вы не слушаете отца своего и так далее. На самом деле мы с вами видим, что вот именно Иисус спокойненько остался в 12-летнем в Иерусалиме. То есть далеко Он не так уж прямо слушал своих родителей, да, и, 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 и не бегал за Мамкиной юбкой и не держался за Папкину ногу уже в 12 лет. Это просто очевидно из самого эпизода. Вот, так что, по сути, эта фраза-то хоть и написанная Лукой, что он якобы был в повиновении, как будто в этом он был не в повиновении. Хотя можно назвать и это неповиновением. Но неповиновением каким? Благим, да? он решил остаться в Иерусалиме, поговорить с учителями Израиля в 12 лет. И это хорошо, да. Конечно, родители, потеряв его, думая, что он где-то раньше ходили толпой, это большие дома, большие родственники, все они шли и просто думали, что он где-то там с другими детьми. Тут и к Марии, и к Иосифу, я хоть и говорю, так и пишу, что они из-за своей, так скажем, по своей вине, по сути-то, потеряли Иисуса. Ну, и вина-то здесь небольшая, да. Ну, не досмотрели, ну, думали, что вот он где-то там с другими идет, детьми, с братьями, с сестрами, может быть с кем-то там общается. Они тоже с кем-то шли, на просто общались. Вот. Но вот так вот его потеряли. Потом пришли, вернулись. Да, конечно, переживали, думали, где же, мало ли, может, что-то случилось на самом деле, да. Но Иисус им вот так, видите, и все-таки он не просто сказал, сразу склонил голову, да, да, я виноват. Вот тут остался с учителями Израиля побеседовать на равных, да. Вот, сказал, даже ответил, да, что что, разве вы не знаете, что не должно быть там, что принадлежит отцу моему? Да. То есть это очень важно. Мы видим, что Иисус тут не сдается, так скажем, да, и не говорит, здесь, не сказ... здесь даже лука не передает нам то, что Иисус сам сказал: Да, 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 все, я теперь буду в повиновении, будет слушаться. Нет, это потом автор уже Лука говорит, что Иисус там был в повиновении у них, что Он в это вкладывал. Да. В принципе, мы с вами не знаем, а что, был прям наказ Иисусу не отходить ни на шаг? Мы сами видим, что родители давали ему, в принципе, свободу, раз они сутки прошли и не переживали, что Иисус там где-то. Ну, просто они думали, что он тоже ушел, но где-то идет с другими родственниками. А он не ушел, да. Но кто сказал, что ему было запрещено там оставаться в Иерусалиме? Ну, как бы логично, подразумеваем, да, что 12-летний ребенок, ну, не должен был там оставаться и мог бы подумать, что родители будут переживать. Вот. Но, с другой стороны, он уже был достаточно взрослым. А тем более, мы с вами знаем, что это Бог во плоти, явившийся людям. Могло ли с ним что-то случиться? Нет. Бог его бережет, потому что он сам есть Бог. И ничего бы с ним не случилось, даже в 12-летнем возрасте. Вот. Так что, конечно, можно все это тыкать, как я всегда вам говорю. Что это вкладывает-то? Даже этот эпизод, и заметьте, мы не знаем всех нюансов. Мы вот с вами читаем Евангелие, ведь это настолько уже до нас дошло, вот все. Мы же не видим вот конкретно, мы даже не знаем с вами, как вообще Мария и Иосиф воспитывали, так скажем, Иисуса. Что действительно говорили, так, это делай, это не делай. Вот именно, как бы он вообще нарушил что-то или нет. Что они прямо говорили, так, не вздумай оставаться с учителями Израилями, Израилева, а он взял и остался. Такого как бы не было. Да. Так что вот так вот, я говорю. И с одной стороны, мы видим, это из того, что мы пытаемся с вами наковырять, как на самом деле было, даже я вам не могу рассказать, мы с вами оперируем лишь теми текстами Евангелия, которые до нас дошли. Так что я хочу вас просто заранее предупредить, чтобы и предостеречь, чтобы вы вот так просто легкомысленно евангельскими текстами никому не тыкали, думая, что это вот, потому что они некоторые очень размытые. Я говорю, все эти слова, почтение, даже само слово «любовь», да, вопрос о делах. Что конкретно, какое дело конкретно подразумевается? Все эти ими существительные, так называемые да, слова, они очень размытые. Тут вопрос, что в них вкладывать. Вот что в них вкладывать, да. Какова была ситуация? Потому что видите, Моисей тоже говорит: почитай отца и мать, и тут же иди убивай братьев, сестер, детей своих, да, и родных, и близких. Что значит быть в повиновении? А что, если родители скажут, иди убей соседского мальчика, он должен повиноваться и убить, что значит повиновение быть родителем? А если родители, мы с вами уже разбирали тему, там, ювенальной юстиции, защиты прав несовершеннолетних, а что, если родители будут требовать чего-то не того? нехороших каких-то вещей. Вы сейчас скажете, ой, но это неуместно. Вот при разговоре Марии и Иосифа очень даже уместно. В том плане я не говорю, что они что-то такое требовали, но мы же с вами рассматриваем теорию, и мы это к себе будем применять. А мы с вами не Мария и Иосиф, и наш сын-то не Иисус, да. Мы это как к себе будем это применять? Это очень легко сказать, произнести вслух вот это процитировать Евангельский стих 51, а дальше то что? 52 стих. Что значит преуспевал в премудрости и возрастал в любви у Бога и у людей? Все Иисуса прям любили, да. Я не сомневаюсь, что Иисус-то был совершенным Богом и все делал правильно. Но, как мы видим, он правильно все делал по-своему. Думаете, его прям все любили? Да. А у нас дети не завидуют друг другу, не обижают, не обзывают друг друга просто так. Да, без всяких, не за дело, не за, не за злые дела. Думаете, к Иисусу все это вы думаете, всем он нравился? У нас идеальные люди совершенно вообще мало кому нравится. И дети, в том числе, и подростки, в том числе. Вы думаете, все, зави... все, все, все с радостью и любовью воспринимали его ум, талант и прочее. Да? Мы вообще не знаем, каким он был чудным в детстве, что он там мог хорошего творять. Вы знаете, у меня есть на канале чтения Библийных Писаний записано некоторые апокрифы, особенно о детстве Иисуса. Но ну, там такая бредятина несусветная, что, к сожалению опираться на них невозможно, да. Про то, как чуть ли там Иисус не голубей убивал, показывая свои силы. Это, конечно, чепуха или мальчика там какого-то, да, который его обижал. Это, конечно, дрянь никакого отношения с истиной, ничего общего не имеющего Так что вот так вот. Какой вывод под этим делаем с вами Подводим черту по поводу послушания вот этого эпизода 12-летним Иисусом. Будьте осторожны с этими текстами. Опять вопрос, что мы в это вкладываем просто так их вот произнести, вложить все, что ты в это думаешь, и назвать это истиной, так тоже не получится, так это не работает. Как Сус сказал, все судится по делам. Каким конкретно делам? Поэтому сейчас, что мы с вами, что я должен какие-то конкретные, как это говорит, кейсы разбирать, конкретные ситуации. Это все очень важно. Конкретных людей. Это помните, возвращаемся к теме ювенальной юстиции, о которой мы с вами уже специально, я вперед обо всем этом поговорил. Что конкретно там, кто там виноват, да. Не все так просто и не все так однозначно, этих вопросов. Давайте дальше мы с вами переходим. По поводу послушания продолжаем, плавно переходим к взрослому Иисусу. Да, взрослый Иисус, 30 лет, в начале своего служения, по просьбе матери своей, не сразу, но все же превращает воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Давайте я вам для вас зачитаю этот эпизод. На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисусы была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина у них нет и Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена или матушка, вроде как по-русски перевод, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Я для вас только это зачитал. Дальше, я надеюсь, вы помните, кто нет, можете обратиться к Евангелию на 2 главе, познакомиться. Иисус все же притворяет эту, вино, эту, эту воду в вино, и свадьба продолжается с распитием этого прекрасного божественного напитка дальше я до вас дочитаю. Но тот же Иисус чуть позже, уже в этом же возрасте, он выходит на проповедь, чуть позже уже устраивает дебош в храме Иерусалима на праздник Пасхи, буквально через несколько дней после этих событий. Я вам это напомню. Это все та же самая Иоанна 2 глава 13 стих. То есть, заметьте, мы с вами читаем все те же самые места. Это вторая глава. Одно за другим события идет. Это очень важно. Иисус притворяет воду в вино, и тут же устраивает дебош в храме Иерусалима. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей. И сидели именно в щеки денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у новичков просыпал, и, столпы, и столы их опрокинул. Это я вам зачитал текст из Евангелия, а теперь это свой комментарий. В это время Иосифа, названного Отца Иисуса, уже не было среди живых людей на земле. Но Мария, земная мать Иисуса, все это видела и слышала. Как думаете, что она думала и чувствовала в это время? Какие порицания выслушивала от родственников и знакомых? Иисус, этот дебош в храме, устраивал каждый год своего служения. Вот интересно, Мария просила Иисуса не делать так больше. Если да, то Он явно ее не слушал. Слушался. Здесь Иисус дает, например, того, как мы будем себя вести, когда повзрослеем и придем в осознанность, и что между родителями и истиной, то есть им, Иисусом, должны будем выбрать истину, о чем Иисус и будет позже учить словами своих последователей. Я вам дальше за зачитаю Матфея 10 главу. Остановлюсь и еще раз скажу ту мысль, которую я вам сейчас зачитал. То есть заметьте, опять кажется, Иисус, послушание такое, почитание отца или матери. Ну да, в 30 лет мы с вами перешли, так, плавно перепрыгнули, в другого варианта у нас нет по Евангелию, с 12-летнего сразу к 30-летнему Иисусу. И что мы с вами видим? Да, Иисус, казалось бы, не сразу, но все-таки слушается свою просьбу своей земной матери Марии, и что все-таки на этой свадьбе, когда закончилось вино, он притворяет воду вино, чтобы свадьба продолжалась с распитием этого напитка. Но что он делает тут же, буквально после этой свадьбы? Они идут на праздник Пасхи ровно так же, как и 18 лет назад в 12-летнем возрасте Иисуса. И что? В этот раз он уже не разговаривает просто так мило с учителями Израиля там, в этом храме. А что делает? Устраивает дебош по-русски. Все, что вот это вот мы с вами прочитали, и все это деяние Иисуса по-русски называется слом дебош. Да, вот он такой Дебош устроил в храме. Он и устраивал потом еще несколько раз в каждый год своего служения на каждом празднике Пасхи. Это очень важно. Благодаря всем Евангелиям, когда мы их совокупно разбираем, мы узнаем, что это было в синаптических нам показано, что это было в последний год, якобы трехлетнего служения Иисуса, Евангелизации. Но благодаря Евангелию с... Иоанна мы с вами видим, что это было прямо в самом начале, в первый год Его служения. Ну, а значит, уж точно было и на второй год. Значит, он это делал постоянно, систематически, в каждый год своего служения, ровно на праздник, на самый великий праздник Пасхи, да, пусть и, и, и иудейской, еврейской. Как вы думаете, знаете, очень легко вот это все читать, применимо к Иисусу, знаете, так абстрагировать, что Он Бог. Мы с вами уже христиане, его почитаем за Бога, и вот как бы Он имел на это право. А вы всегда я говорю, погрудитесь именно в тот момент. Станьте современниками Иисуса. Евангелие надо читать всегда, в том числе и как современник тех событий. Представьте ситуацию эту. А, а очень хорошо, если нам туда тяжело погрузиться. Наоборот, все это применить на сегодняшнее время. Представьте такую вот а, православнейшую маму, такую да, которую вы, может быть, видите, если сами были православны, до сих пор, может, практикуете, к сожалению, всю эту девольщину. Вот вы упоротая православная, как это говорят, да? Или там в протестантизме в это там в собрание ходите. И тут ваш сыночек, вместо того, чтобы там туфли целовать попу, да, ручки, ножки там, крестик лобызать, он что, берет, берет хлыст, заходит в храм, переворачивает всю эту церковную лавку, которая находится всегда при входе, да, выгоняет оттуда всех торгашей, менял. Как это будет выглядеть? Что будет испытывать эта мама? А вот человек, ребенок, проявляемый такой вот, совершая такой поступок, он чтит своего отца и свою мать? Это Иосиф не был, уже не был в живых. А если бы он был в живых, Иисус бы поступил так или нет? Конечно, поступил бы, неважно, Иосиф был в живых или нет уже. Иисус таким образом проявляет свое почтение к отцу или матери. Ведь мы с вами дальше разберем, что Иисус сам будет цитировать, как мы с вами говорим, так скажем, Ветхий Завет. Хотя он будет цитировать не Ветхий Завет, а просто говорить истину. Вот этот эпизод с дебошем в храме, да, это послушание. А как вы думаете, Мария пыталась образумить своего сына Иисуса, чтобы он такого не делал? Да, потому что на себя беду накличет, и на нее в том числе. А уж когда его действительно еще с ним что-нибудь сделают, она опять же будет страдать. Вот это вот все, вся вот эта жизнь Иисуса, ну начинается она с этого дебоша в храме. Как вы думаете, она причиняла Марии радость или боль? Ну еще вы помните, по пророчеству той же самой матери, когда Иисуса обрезывали, было сказано, да, что ей было сказано, что оружие пройдет твою душу. Вот оно, это оружие начинает действовать. Это оружие Иисус Христос. Ну, там, понятно, там о другом немножко речь была, о распятии Иисуса. Но оно привело к распятию что Иисуса? Вот такая вот жизнь, да, праведная жизнь по-настоящему, с обличением грешников, грешников, причем не только словами, как мы видим, но и некоторыми делами. Иисус применял какое-либо насилие. Кто-то думает, что он там хлыстом людей э, э, хлыстал. Такого, конечно же, не было. Но мы с вами видим, что Иисус мог быть и очень горячим. Да. Он зла какого-то физического боли делал людям? Нет, не делал. Но мог он, он стал именно в щеков перевернуть. Мог, да. Бедных животных он из храма всех выгнал, чтобы освободить э, от жертвоприношений? Конечно, да. Голубее он аккуратненько отдал, чтобы их не торговали, чтобы их не мучили, а отпустили на свободе. Да, так он тоже сделал. Кнутом он кого-нибудь там бил, по лицу, тем более, какого не знаю, по спине там. Нет, конечно. Но этот поступок это поступок почтения к отцу или матери? Или нет? Задайтесь вопросом. Для меня ответ очевиден. Двигаемся дальше. Мы с вами, как и заметили, я стараюсь не уклоняться, меня очень часто <laughs> влево или вправо уносят. Я постараюсь пройти сегодня царским путем идти вот посерединочке. Поэтому много чего можно разбирать из каждого эпизода, там много всякой мудрости, истины. Но мы с вами все и много чего даже из этого поступка. Де Иисуса в храме, можно сделать какой-то вывод для себя. Стоит ли нам самим так поступать? Но мы сегодня будем говорить не об этом, а все будем рассматривать через призму отношения, родители, дети, Иисус его мама. Ну, Иисус не был детей. К сожалению, тоже такая тема получается вообще у нас с вами закрытая. Да? Двигаемся дальше. Мы остановились на том, что я... Давайте еще раз я зачитаю. В то время Иосифа, названного отца Иисуса, уже не было среди живых на земле. Но Мария, земная мать Иисуса, все это видела и слышала. Как думаете, я еще раз для вас это прочитаю, чтобы у вас это в голове эти вопросы, уяснились. И вы постарались себе после моего видео, когда его закончите смотреть, дали себе ответы на эти вопросы. Как вы думаете, Мария, которая все это видела, слышала, да, что она думала и чувствовала это время? Какие порицания выслушивала от родственников и знакомых от всего этого происходящего, да? Иисус этот дебош в храме устраивал каждый год свое служение. Вот интересно, Мария просила Иисуса не делать так больше. Если да, то Он явно ее не слушался. Ведь Иисус дает нам пример того, как мы будем себя вести, когда повзрослеем. То есть, если она ее просила, пусть нам это с вами Евангелие не сказано, то очевидно, что Он ее не слушался. Да. Тем самым дал нам пример того, как мы будем себя вести, когда повзрослеем. Да, одно дело в 12 лет, другое дело в 30 лет. Ты, ты разный человек. Когда повзрослеем, и придем в осознанность и полноту познания истины, что между родителями и истиной Иисусом, мы должны будем выбирать истину, Христа, о чем Иисус и будет позже учить словами Своих последователей: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч, но разделение. Ибо Я пришел разделить человека с Отцом Его и дочь с матерью, и невестку со свекровью, и враги человеку домашние Его, кто любит Отца или Мать более, нежели меня, под меня всегда читайте истину, любовь. Доброту, свободу, вечность тот недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостой меня. Позже мы еще разберем эти ультимативные слова Иисуса о выборе между Ним и родителями. Подробнее. Но мы сделаем это чуть позже. Прежде чем мы с вами доберемся до всех этих слов. Давайте разберемся, знаете, с каким вопросом. Прежде чем разбираться с тем, что значит почитать отца или мать, потому что мы с вами потихоньку к этому подходим, как я вам сказал, поэтому именно я не захотел разделять эти ролики Ветхого, Нового Завета, потому что все-таки Иисус тоже цитировал. Но прежде чем к этому добраться, надо разобраться сначала, кто для нас отец, а кто мать. Дает ли ответ Иисус на эти вопросы? Почитать отца или мать? А кто мне отец? А кто мне мать? Ну, кажется, ответ простой. Но ну, тот, кто родил тебя, а кто, а что это, что вкладывать в эти? Хорошо, со словами понятно, с простотой. Отец, кто родил, кто, за, кто маме дал семя, мама, кто приняла это семя родила меня. Но это лишь физиология. А если брать высокие понятия, как это душ дух, духовные понятия, кто мне отец? Что я должен в это вкладывать? Кого я должен по-настоящему называть отцом, да? Я думаю, что все мы, вы уже догадываетесь, какой, какие места Евангелия я произнесу. Это Матфея 23 глава. Сначала мы с вами... Оказывается, что у нас в Евангелии есть ответы на эти вопросы. Причем касается не просто родителей, а и матери, и отца. Пусть это тоже такие черточки, это не совокупные ответы Иисуса вообще на этот вопрос. Но он дает нам вектор, направление понять, как действительно относиться к своим родителям. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим, кем мы с вами являемся, и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем своим пошевелить. Все же дела свои делайте же для того, чтобы видели их люди» расширяет хранилище свои, увеличивает воскрыли одежд своих. Также любит предлежание на пиршествах и председания в храмах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себе. Не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос, больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Давайте сразу все-таки я кое-что скажу. Конечно же, вы знаете, я никогда не буду перед вами лукавить и обманывать вас. Очень важный момент. На самом деле, здесь, вот э, в Евангелии, ну, иногда нет всего. Только люди, э, искренне стремящиеся к полноте познания истину, э, Бог открывает им то, что, так скажем, между строк в Евангелии написано. Я вам специально не вырвал этот стих из контекста, как очень часто любят делать люди, доказывая какие-то свои мысли евангельскими текстами. Обратите внимание, с чего начинается. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И это, и этот стих, который про отца, он заключен еще между двумя стихами. Не называйтесь учителями и не называйтесь наставниками. Конечно, очевидно, что когда Иисус говорит эту фразу, не называть никого отцом, здесь под отцом он подразумевает не родителя. Не родители отца, то есть не родители мужского пола, который дал тебе так называемую эту временную земную жизнь, который, по сути, в принципе, конечно, явился посредником. Дать мы ничего не можем, мы можем только быть посредниками. Бог не даст, никого ты не сможешь ни зачать, ни родить. Да, все будет бесплодным. Бог открывает, и Бог затворяет чрево, и Бог его открывает. Поэтому, конечно же, я не буду перед вами лукавить или вас тем более обманывать, да, говорить, что здесь, говорится, о, 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 об отце телесном мужского пола. Здесь очевидно, потому что в народе и в Израильском народе, в том числе, в современном мире, вы знаете. Кто работал руками где-то, знаете, на каких-нибудь стройках, там очень часто старшие мужики называют младших сынок, а сынки называют отец. Такое выражение, кто знает, по крайней мере, пацаны меня поймут, кто меня служит, мужского рода, мы всегда так выражались. Мы какому старшему человеку, так скажем, можем сказать: слышь, отец, да. А, а старшие, наоборот, называют: эй, сынок, там, подай мне это, или давай, сынок, зачаливай там, вот. Это просто выражение, и они были всегда. И это, это в простонародном, так скажем, выражении, да, а в церковной, в религиозных, как называется, в средах, во всех религиях мировых очень часто вот именно кого называют отцом, духовного отца, то есть того человека, который является учителем, наставником для тебя, ты его также называешь и отцом. Ну, по сути, позволяешь духовный отец, не тот, кто тебя родил, а тот, кто тебя вот как бы... Воспитывает, да, в этом плане, может, уже и достаточно взрослый, да. Может дойти до того, что в принципе тот ученик, тот, тот сынок духовный, да, может быть, даже по плоти старше того учителя, да. Ну, понимаете, да. Ну, особенно, кто знает, вот опять же возьмите православных, да. То есть там поп, это может быть пацаненок, который вчера семинарию в 20 лет закончил, да и а, а приходит к нему при, приход у него прихожане у него там есть и пожилые вообще люди они его отцом называют все равно потому что так у них принято и здесь Иисус вообще говорит в контексте конечно же не называйтесь отцом подразумевается под отцом духовный наставник и Иисус говорит что кто бы у вас не был у нас у всех есть у меня тоже в свое время были какие-то учителя кто-то мне чем-то помогал я тоже прислушивался пока я сам возрастал неважно это как я вам говорю я даже книги которые читал там Предание Церкви я тем, кому следовал советам, по сути, для меня они были этим духовными учителями, наставниками, отцами, святые отцы, кто знает такое, есть же выражение, опять же, во всех религиях. Но при этом я себя понимал, что это как бы фраза-то да, но под Отцом Небесным, как Иисус говорит, да, который на небесах, подразумевается, конечно же, истина. Истина. Сам Иисус, который отец, он и отец одно. Ну а по сути, здесь равно Самое важное поставить даже отца не с Иисусом, а отца с истиной. Подразумевается, конечно, истина, что ты всегда следуешь за истиной. Что любой человек, пусть даже наставник, вот я, я могу ошибаться, как, хоть я и утверждаю, что я проповедую истину, но, на одно дело общий смысл истины о любви и свободе и, и, и о любви, и свободе, вечной жизни. Да, это истина, я ее проповедую. Но в каких-то конкретных мелочах, тонкостях. Я тоже могу ошибиться, когда касается применимых в частных беседах какой-то реальной практики жизни. Вот что сделать, да, потому что, как я говорю, ситуация будет очень сложная. Мы не всегда понимаем, как поступить. Мы можем даже искренне желать блага, но все равно получится, как всегда, не все очень хорошо. Тем более в этом мире, лежащем возле. Бывают очень тяжелые, запутанные, завязанные вот так в три клубка ситуации. Как поступить, мы не всегда знаем, да. Это очень важно. Поэтому здесь, конечно же, Иисус не говорит об отце, об отце, об отце таком вот. Но опять же, я хочу тоже здесь хоть как бы Иисус не говорит, но мы с вами обязаны наложить параллель, потому что в принципе все люди земли тоже, опять же, знают, кто вот с этим соприкасался, что, конечно же, для тебя, если ты действительно там ударяешь, как это говорят, в религию, в познание истины, человек да обращается то и когда он находит себе вот таких каких-то учителей, наставников, отцов, он сам, по сути, называет, его никто не заставляет, да, он сам он называет отцом из любви, из уважения, да, вот из такого почтения, как мы с вами сегодня все эти слова в перемешку употребляем, то надо понять, что если уж этого человека, и, и что вот этот вот духовный отец у человека становится обычно выше телесного. Это всегда так было, и это правильно. Мы с вами уже по печенье в вопросе э, в предыдущих видео я вам говорил по печенье о душе и о теле, да, это все хорошо без тела ты не вырастешь, а тебе кто-то печет -то, там в, в, в раннем сначала возрасте. но когда ты вырастаешь и сам себе, то для тебя в любом случае где-то внутренне духовно, потому что дух все равно выше всего, да, дух руководит плотью, да, его решение и он абсолютно свободен, и его решение самое важное. Если не будет у тебя духа, не будет ума, разума, то все твое тело, ты просто станешь животным. Вот и все. Поэтому, по сути, если Иисус даже здесь говорит, кого бы ты ни нашел в этой жизни, да, к себе какого-то духовного наставника, отца, то знай, что даже его ты встречаешь с истиной, потому что истина одна, она на небесах, она просто есть, это Отец Небесный, это Бог, это Иисус Христос. Это очень важно. И, конечно же, здесь все это применимо к чему? К Отцу и на самом деле и по плоти твоему твоему родителю и опять же здесь иисус говорит действительно о духовном он не говорит мы сейчас с вами из другого места в евангелии мы четко знаем что Иисус как раз говорит вот здесь опять же о духовном послушании на добро и на зло из тебя из тебя отец там наркоман может ты вырос благо все равно не наркомана может даже если тебя отец просит закладки делать ты этого не делаешь да это очень важно. Или он там бухает в запой, а тебе еще там бутылку водки просит принести. Ты этого не делаешь. Это не говорит, что ты не почитаешь своего земного отца. Или он тебе, как мне, там говорит, да отрекись там от всего, от этого Иисуса. там. Я этого не делаю. Это не говорит, что я его не люблю, не почитаю, не желаю ему покаяния и полноты познания истины и счастья от, этой, от этого познания. Это очень важно, да, здесь говорится об этом, потому что сейчас мы с вами дойдем до того места, конечно же, где Иисус сам укоряет иудеев, всех этих учителей Израиля э, в том, что они действительно разрешили иудейскому народу да, материально бросать своих э, престарелых родителей, нуждающихся родителей, если они что-то несут, жертву в храм, то есть несут эти деньги, это добро, этих там животных или растения, все, все свое имущество какое-то в храм. И если сказал, я в храм понес... Все, можно уже не заботиться о маме. Как раз Иисус это укорял, поэтому мы с вами видим, что здесь идет речь, конечно же, не о плотской любви, не о попечении, а о нуждающихся родителей. Но по сути опять же, это же зави... это ко всем людям относится. Иначе ты на дороге можешь кого-то бросить. Я уже об этом тоже много раз говорил. Мы заботимся о своих не потому, что это свои, просто это люди находятся всегда на самом близком к нам расстоянии. Наши родители, дети, друзья, знакомые. Но если и на дороге будет бабушка валяться, по сути, ты должен проявить тот, кто познал полноту истины, и к ней такую же любовь, так же к своей матери, забрать мужских к себе домой, выходить, вы помните, притчу Иисуса о добром самарянине. Мы это должны делать к любому человеку на самом деле. Просто родные нам люди по крови, как это говорят, те же самые друзья, они просто по факту жизни всегда, они, мы идем одним путем, так скажем, просто по жизни. Нас сближают какие-то материальные вещи, один дом, одна квартира или близкость этих квартир, жилья. Мы просто вместе. У нас много вместе бытовой жизни какой-то связанной. Да, это может быть общий бизнес у родителей, детей дальше продолжают и так далее. Это просто рядом ты находишься, и нам каждый день что-то нужно, мы как-то проявляем друг другу любовь. Это просто естественно только потому, что это просто рядом, а не потому, что они какие-то особенные. Вот. Это очень важно. Так что вот на этом примере мы с вами разобрали, что несмотря на, на все, ты все равно выбираешь истину. Неважно, духовный это отец или плоский. Если вопрос стоит истина, это то же самое, что если да, что твой духовный отец что-то ошибся, куда-то не туда пошел. Это не значит, что вот этому человеку, как я говорю, когда ты можешь вообще от него потом отречься, уйти, сказать, о, какой-то заблудший, да, куда-то не туда и меня вел. Но это не значит, что если ты этого заблудшего э, духовного своего когда-то отца увидишь на дороге, опять же, я говорю, по притче доброго самарянина, нуждающимся, валяющимся, ты не должен ему помочь по плоти, да, проявив эту любовь как к человеку, как к своему такому же брату и сестре, потому что в Боге мы все дети одного отца, да, одного родителя. Вот так вот, это очень важно. И второй эпизод, он точно такой же. Это когда Иисус, вы помните, разговаривает с учениками, отвечая на вопрос, да, кто там мама, кто папа. Это Матфей 20... Тут я, наверное, не поправил, это там вообще-то другая ссылка. Ладно, вы знаете это место, оно есть во всех синаптических евангелиях. Я просто вижу, что я забыл исправить, на какое место ведет это писание, эта ссылка. Я после видео поправлю. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Иисус же сказал им в ответ, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукой свою на учеников, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Слушайте, я на это место, кто знает, очень часто ссылаюсь. Вот опять же, Иисус отрекся от своей мамы, знаете, по плоти, так скажем. Нет. Мы с вами сейчас позже узнаем, кто не знает, кто знает, вспомнит все это. Что Иисус даже на кресте будет, так скажем, переживать и заботиться о ней, и верит Ее своему одному из своих любимых учеников, да, чтобы Он дальше о ней заботился после Его смерти. Но мы слышим саму фразу, она очень сильная и очень правильная. Мы с вами видим, что в одной из его проповедей, к дому, в который невозможно было за многолюдством пройти, приходит мама с братьями, там, с сестрами с Иисуса, да, родными, может там двоюродными, еще какими. И мы видим, что Иисус говорит. Очевидно, что мать все это слышала, да, потому что к нему пришли и сказали. Иисус говорил, я убежден громко, да, и он этот сказал громко, чтобы все слышали. Очевидно, что слышали, слышала и Мария в дверях стоящая с этими учениками, с, с, с этими братьями, с сестрами, с родственниками, да. Иисус сказал, так указалось бы. Ты что, мама это святой, сказать такое, что мать моя, оказывается, это те, кто будет исполнять волю Отца Небесного. А Мария исполняла эту волю. Ну, вы скажете, она ж Мария, там Дева Мария, святая, все такое. Она бы была недостойна э, такой плод выносить и родить самого Бога во плоти. Это все хорошо. Но так как бы, мы откуда знаем, какая жизнь жила Мария. Да? Она исполняла волю Отца Небесного на 100% мы не знаем. Культ Марии, я думаю, что многие из вас уже давно это разумели, был создан вообще искусственно на самом деле, да, потому что мы даже ее жизни вообще ничего не знаем. Я не сомневаюсь, что она была хорошим человеком, можно сказать, святой, да, но мы всех подробностей не знаем, мы даже не знаем ее на самом деле, я говорю, мы все вот эти вот крупицы собираем, но как на самом деле она себя вела, вы представляете, быть матерью Иисуса, вот посмотрите на все, посмотрите на все Евангелие, как она должна была все это нести, да. Все ли она это выносила, все ли она правильно это понимала, это большой вопрос. То конечно, все свести э, к таким, я бы сказал, лживым мыслям и учениям, что якобы она вот все понимала там, да. Да ей когда говорил, явился архангел э, с благовестием о том, что она зачнет и родит от Бога, она тоже удивлялась, как это вообще может быть. Ей не все открыто было она поверила, в отличие от Захарии, который не поверил там о том, что Елизавета зачнет Иоанна Крестителя, да, она поверила Гаврилу, но она тоже задала вопрос ему, не понимая, как вообще такое может быть, когда она еще девственница, да, как она должна это сделать. Она задавала вопросы, потому что не все ей это открыто. Как вы думаете, когда она, я говорю, смотрела на этот дебош Иисуса в храме, что в ее голове, какие вопросы возникали, все ли это от Бога, да, а кто он такой, есть-то, да? Вы думаете, она на сто процентов была уверена, что это прям Бог во плоти? Это мы с вами уже потом поняли его последователи, ученики, а те, кто был с Иисусом, его современниками, его Богом, может сказать, не признавали, да? Плюс он же еще не все дела явил-то свои, только был на пути своем, да. Так что а слова тоже, кто из нас способен своей матери сказать, что мать моя – это тот, кто исполняет волю Отца моего Небесного. А он ей, может быть, в лицо это сказал. Она стояла в дверях, очевидно, что все это слышала. У меня нет никаких сомнений, что все это было сказано для нее, в том числе, естественно, чтобы она это услышала. Давайте я свой комментарий зачитаю. Из этих двух мест Писания становится очевидно, что Иисус учит нас тому, что все мы люди на земле, братья и сестры, друг другу. Из этих двух мест Писания становится, по сути, такой вывод, мы с вами черту подводим. Становится очевидно, что Иисус учит нас тому, что все мы люди на земле, братья и сестры, друг друга, а земными родителями по плоти являемся лишь по времени взросления по телу и духу наших детей. Когда эти когда это взросление по плоти и осознанность по духу совершается, то мы из статуса родителей дети должны перейти в статус друзья, братья и сестры. Я об этом уже поговорил и много вам сказал в ролике воспитания, взращивания, воспитания детей. То есть, конечно же, мы с вами, когда сами взрослеем, когда наши дети взрослеют, мы должны сравниваться в этом плане. Да. Мы сами должны достигнуть полноты познания истины и детей своих по возможности к этому подвести. Чем раньше мы все это осознаем и придем к этому, что нам надо быть равными, тем быстрее сами все обретем счастье. И мы, и наши дети, и родители, и все вместе. <связывая> Итак, переходим с вами, наконец-то мы добрались до Иисуса о заповеди, почитая отца своего и мать. Нам известны два эпизода, где Иисус цитирует закон о почитании отца и матери. Разберем каждый из них отдельно. Первый это в Марка 7 глава. Потом спрашивает Иисуса фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб?» Иисус же сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемер Хисая. как написано, «Люди эти уста мечтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаши, делайте много другое этому подобное». И сказал им Иисус, Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, «Почитай отца свою, мать свою, и заслуживший отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, «Кто скажет отцу или матерью карван, то есть в дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Потому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много этому подобное». Это я вам зачитал отрывок, а теперь свой комментарий. На этом примере Иисус показывает нам и учит нас тому, что можно использовать в своих речах такие громкие общие слова, как почитай, люби, и так далее, уважай там, да. Но что каждый из нас в них вкладывает, на самом деле открывают лишь наши дела, добрые то или злые, ибо по плодам узнается дерево. Мы видим, как фарисеи и книжники словами учат народ не засловить и якобы почитать отца и мать, но на деле. Позволяют людям, решившим что-то отдать священникам, уже не заботиться о нуждах своих родителей. Из этого эпизода очевидно, что Иисус под словом «почитай» подразумевает любовь, проявляемую в добрых делах, в данном случае в заботе о нуждающихся родителях. То есть, еще раз, смотрите. Ну, во-первых, мы с вами видим, что Иисус, я уже много раз, кто давно меня смотрит и знает, что я уже говорил, что все даже места, которые Иисус якобы цитирует ветхого Ветхого Завета, как мы видим, что Он вкладывает в них свои слова. Да, это очень важно. По сути-то, возьмите... Вот Иисус, и вот тот самый, мы говорю, представьте, как все говорят, погрузитесь в эти события. Иисус, и рядом стоит фарисей и книжник. Они оба говорят, они же не отказываются, ведь фарисеи не говорили, не надо почитать отца или мать. Нет, они наоборот говорили, почитай отца или мать. Говорили такой, да. Они цитировали ветхий закон Моисея. Да, цитировали. Иисус, в принципе, тоже его процитировал, сказал, да, да, вот надо почитать. Но говорит, вы это говоря, позволяете, придумали другую там заповедь, другой закон, что якобы если ты что-то из своего имения, своего имущества там, неважно, руками ты что-то там делаешь, зарабатываешь или еще что-то, из дома решил что-то уделить, да. Если ты сказал в дар Богу, то есть понесу священникам, да, то все, этим ты говоришь, а родители там мне это вот нужно, да, давай это лучше продадим там, и покроем наши какие-то нужды. Да? А ты говоришь, нет, нет, я вот понес священникам, э, все буду им относить, не буду о тебе заботиться. Иисус говорит, что на словах-то вы почитаете, а на делах-то? На делах-то? Сердце ваше далеко отстоит от меня. Это очень важно. И, то есть это раз вывод, который мы с вами из этого отрывка делаем. И второй, и мысль, который мы с вами выносим из этого, о том, чем я говорил уже выше. То есть из этого эпизода очевидно, что когда, отец, когда Иисус, конечно же, призывал и говорил, что мать ему, и по сути отец ему, это тот, кто исполняет волю Божью, да. И что это сам Бог, прежде всего, истина, да, тот отец, то есть отцом нам должна быть истина, а матерью нам должны быть те сестры, можно сказать, во Христе, которые живут той жизнью. То есть несмотря на все, что это сказал сам Иисус, да, о, о делах плоти, о земном попечении, он не говорит, что мы должны, конечно же, там отрекаться от своих э, родителей. Это очень важно. Даже негодных, да, мы должны им помогать, сколько можем там о них заботиться, и как и любом, в принципе, как я ему сказал, любом человеке на земле. Добрый самарянин помог лежащему избитому человеку не потому, что он был ему отцом, или матерью, или братом, и сестрой. Иисус нам прямо рассказал по притче, кто нам ближний в этой жизни. Это просто страдающий человек, ну там в частности страдающий, нуждающий человек. То есть человек, которым нуждается в нашей любви, который встречается на пути нашей жизни. Вот и все. Так что здесь тоже очень важно, видите, как вырвать там из контекста. Можно вот так вот подать. Оказывается, когда ты все совокупные места собираешь, картиночка такая более-менее вырисовывается. Я вам уже сказал, предупредил, что, конечно же, она не будет идеальной. И Евангелие до нас дошло в сильно урезанном виде. Мы не знаем всех поступков, всех слов Иисуса. Мы с вами видим эти какие-то штрихи, но хоть какую-то картину, как Павел сказал, хоть, хоть через как мутное стекло, мы с вами какой то силуэт, конечно, видим. Что, несмотря на то, что Духовный Иисус призывает, чтобы у нас не было никаких да, матерей и отцов, чтобы это был один отец, один родитель, да, и мать, и отец это истина, чтобы у нас было. И люди наши, отцы и, и матери были это те же самые наши братья и сестры поистине во Христе, да. Они нам и друзьями являются, и братьями, сестрами, и всеми на свете для нас. да вот Несмотря на все это, это не значит, что мы там бросаем своих родителей. Но это не значит, что мы их и слушаемся во всем, чтобы они нам не повелели. Что такое почитание? Это послушание. Надо стопроцентное послушание. Вы знаете, как православные докатились вот именно до бреда, что там послушание выше поста и молитвы, то есть, по сути, переведите как выше истины, читайте, да, это их, их не такой заповедь, особенно почитание, особенно послушание духовному отцу, о, это там все, там лоб в кровь разобьешь, да, целуй ему туфли и выполняй его какие-нибудь дьявольские предписания и указания, да. Так что вот этот момент мы с вами видим, да, и давайте теперь еще один момент это в Марка 10 глава. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени, спросил Его: Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно? Иисус ответил Ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, ни прелюбодействуй, ни убивай, ни кради, не должны не обижай, почитай отца и мать твою. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, <как> взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Этот вот случай, ну там неважно, в одном Евангелии написано, что был какой-то богатый человек, богатый юноша, это не имеет никакого значения сегодня. Вот смотрите, этот человек подошел к Иисусу. Иисус спросил его, почитаешь, отца или мать, я, мы с вами все остальное упустим. Будем сегодня, как я вам сказал, рассуждать конкретно над вопросами, касающимися вот темы дети-родители почитаешь отца? Он говорит, да, да, почитаю отца, матери, все, от юности почитал. Он говорит, ну хорошо, иди, продавай все, что имеешь, это раз. Приходи, следуй за мною, взяв крест. Я, кто знает, когда я это место всегда привожу, цитирую, комментирую, толкую, всегда говорю, ничего себе, перспективка, да? Сегодня ты был в почете, уважении, при куче денег, а завтра ты уже нищий, стра странник, без почета, в презрении, в поношении, то что такое несение креста. Это вот именно все, что ты будешь хлебать за святую жизнь в истине. Да. Это непонимание, презрение и так далее. Все это сразу будет. Тем более человек богатый и уважаемый, так называемый, всегда в обществе. Потому что богатый, знаменитый, всегда якобы там уважаемый. Ничего себе Иисус ему предложил выборчик такой, да. Юноша уходит. У меня к вам вопрос. А вот продажа этого имения всего, вот эта вот юродивая жизнь такая христианская, она как, родители ему что будут Ты, Конечно, они скажут, что ты нас не почитаешь, ты нас бросил, ты отрекся от предков, от богатства, я вот тут всю жизнь для тебя, отец будет, говорит, копил, собирал, мать будет говорить, я тебя не для этого воспитывал, чтобы ты как оборванец там с каким-то еврейским проповедником ходил там. Ну, неважно, они про евреи здесь, да, в данном контексте. Но ну, не суть, важно. Я говорю, все это можно к нашей жизни применять. Как вы думаете, это будет почтение? Родители скажут, скажет, ты что? Сдурел? Да, ни в коем случае. Это будет почтение, если он их не послушается. Иисус здесь явно говорит, что неважно, что там скажут тебе твои родители или еще кто-то из окружающих. Ты делай, как я тебе говорю. Это очень важно. Причем мы с вами видим, что я это говорю не просто, знаете, я мог бы взять любой эпизод из Евангелия, потому что такие подобные есть. Но здесь именно сам Иисус его перед этим спросил, как бы, почитаешь отца или мать? То есть это не я подтягиваю, что помните, он там тоже предложил э, э, одному человеку, что вот он сказал, будешь со мной ходить, даже не знаешь, где головы преклонить, да. Я не разбираю вам какой-нибудь случай, что вот якобы вот это вот почтение там или не почтение, да. Мы с вами разбираем места, где явно уже просто сам Иисус все это как бы в связке делает, да, где там не даст ученику похоронить отца там, да. То есть мы с вами будем разбирать явные места. Можно многие были подтянуть даже из того Евангелия, который есть. Но вот эти вот явные места, слушайте, ничего себе. Иисус же прекрасно понимает, к чему приведет то, что этот человек что сделает отречется от так называемой в обществе нормальной жизни. Богатство, слава, уважение, все есть, все, все, все на мази, все хорошо. И он от этого отречется и пойдет с крестом, за Христом на Голгофу, на который скоро его распнут. Кто знает, мы этот, кстати, этот эпизод буквально за неделю где-то по Евангелию Получается, что вообще этот случай с этим богатым человеком, юношей, происходит буквально за неделю до распятия Христа, до его ареста, всего этого неправедного суда и распятия. То есть ничего себе, перспективка. Да. Мы помним, что даже самые близкие, так скажем, самые верные, любящие Христа ученики и те не понесли этой ноши, и в Оконцовке все отреклись от Иисуса, когда речь дошла при аресте Иисуса до Его сообщников все отреклись от него. И все разбежались. А тут какому-то первом встречному, я уже сегодня с вами не буду тему э, трогать вот этих ультиматумов, да, неисполнимых, которые делал Иисус, якобы неисполнимых. Да. Иисус же прекрасно понимал, к чему приведет так, выбор такого человека в его жизни. В частности, в семейной жизни, да, с его родителями. Но Иисус при этом спросил, ты почитаешь? Так сделай. давайте еще по-другому теперь прочтем. То есть Иисус ему говорит, если ты почитаешь, ты говоришь, я исполняю. Он говорит: хорошо, если ты говоришь, что ты исполняешь заповедь почитания отца или матери, тогда что ты должен сделать? Если ты говоришь, что ты их почитаешь, ты должен пойти, продать все имение свое, стать странником нищим таким, как я, и следовать за мною, неся крест. Пругание, поношения, непонимания, унижений и так далее. Побоев а в оконцовке, возможно, и крестной смерти на Голгофе. Вот что говорит ему Иисус. Так что такое почитание? И еще очень важный момент. Мы с вами почитали, специально вам все показало. Моисей, произнося эту фразу Почитание отца или матери, тут же спокойненько приказывает. Одним евреям убивать других своих и детей, и братьев, сестер, и матерей, и отцов, по сути. Да? Что Иисус присовокупляет, по сути, к заповеди, какие дела конкретные? Пойти продать свое все имение, не забрать чужое, не убить там непослушных и этих там негодных фарисеев и, и книжников, и... и законников, севших на седалище Христова. Нет, Иисус этого не призывает призывал тоже, кто Господень, пошлите рубить всем головы этим фарисеям, книжникам и законникам. Нет, которые тоже богохульничали на самом деле и хулили истину. Точно так же, как их предки в пустыне. Разве Иисус к этому призывает, выдавая это за почитание да, и угождение Богу? Нет. Это тоже очень важный момент. Из этого диалога Христа с неким богатым человеком становится ясно, что евангельская христианская безумное для мира крестоносная жертвенная любвеобильная жизнь последователей Иисуса, проявляемая в том числе в продаже всего излишнего имущества и раздаче нищим, дебошах в храме, обличении, я знаете, я просто вам сегодня не буду, иначе я меня очень сильно всегда уклоняет от среднего пути, там почему раздача только лишнего имущества? Я уже сегодня в рамках этого видео не могу все прокомментировать. Да, ответ у меня есть, конечно, смотрите мои другие видео, все найдете. Вот. Но я и не могу это пропустить в своих, тем более, текстах, когда я пишу, чтобы человек понимал, что там, в принципе, этот богач не должен был все продать. Это не говорит, что он должен был от последней квартиры избавиться и стать действительно бомжом. Хоть я только что и произносил сам эти фразы как бы странником таким, да, Стать. На самом деле у них были дома, они собирались по домам. Все это у меня есть. Посмотрите, чтение моей книги Деяния апостолов. Там об этом очень хорошо говорится. и В принципе, все понятно расписано, как должны поступать настоящие христиане. Должны ли они от всего имущества там избавляться? Нет. И речь идет, что этот человек был очень богат. Богатых людей всего очень много. У них много имущества, недвижимости, которая им просто не нужна, которая просто стоит. На эти деньги можно творить добрые дела. Речь шла об этом. Это не говорит, что он должен был последнюю квартиру продать и остаться на улице. Вот, ну ладно, я и так сказал, Это достаточно. То есть, вот такая вот, давайте еще раз сначала: из этого диалога Христа с неким богатым человеком становится ясно, что евангельская, христианская, безумная для мира, крестоносная, жертвенная, любвеобильная жизнь последователя Иисуса проявляемое в том числе в продаже всего излишнего имущества и раздаче нишним, дебошек в храмах, теперь мы уже на Христа с вами обращаем внимание, обличение грешников и лжеучителей, чем и занимался сам Иисус, оставляя нам пример, никак не противоречит заповеди чтить отца или мать свою. То есть из этого эпизода мы это видим с вами четко и понятно. То есть это не просто не противоречит, а Иисус, как бы я вам уже показал, это как бы в связке наоборот стоит, что если ты почитаешь, отца и мать, то ты будешь жить вот такой вот христианской, крестоносной, жертвенной, безумной для мира, юродивой, евангельской христианской жизнью. Следовать за Христом так, как он это делал, как он шел, как он жил в этой жизни. Это не то, что не противоречит, наоборот, это доказывает, что ты любишь и чтишь своего отца или мать, живя такой жизнью. Наоборот, именно такой святой христиан... христоподражательной жизнью, будучи взрослыми, мы и чтим своих родителей. Те счастливые родители, которые пребывают в Боге и полноте познания истины, будут лишь горды, рады и благодарны Богу за таких своих детей, друзей, братьев, сестер. Ну а те родители, которые еще не познали, истину в полноте, будут испытывать боль и страдания от такой, не от мира сего, жизни своих детей. Но в свое время, когда познают истину, эта боль обратится в радость. О чем я опять говорю? По поводу, вот опять, правильности и неправильности. Конечно, представляете, вот этот юноша богатый уходит вот в такую вот жизнь, христоподражательную, крестоносительную, родителям у мудрым, которые сами пребывают в полноте познания истины, конечно же, это наоборот принесет радость и счастье за то, что их дети тоже пришли в эту полноту. А родители, которые не достигли этой полноты познания, да, пусть сегодня вот опять они будут страдать. По сути, ребенок причиняет им боль, да, причиняет. Ну и что? Я всегда привожу всегда такой очень яркий пример. Если насильник насилует жертву и говорит вам, вот подержи, ты меня любишь, ну подержи тогда ее. Ты не держишь жертву насильника, якобы из любви к нему, чтобы он причинял кому-то страдания. Ты становишься между жертвой и насильником и проявлять тем самым любовь к обоим. И к жертве защищаю ее, и к насильнику обличай его. Когда ты держишь жертву насильника, да, ты, ты, ты проявляешь не любовь к обоим. Ты, по сути, держишь эту жертву, по сути, сам становишься насильником. И, и становишься соучастником насильника, и вы оба закосневаете в насилии. Ты не любишь никого. Здесь то же самое. Когда мы между своими родителями и истиной выбираем родителей, мы, мы погрешаем и против истины, и против родителей, и против себя. Мы сами не достигаем совершенства, святости, любви, обильности. Мы, мы Бога похулили и Бога отвергли, и родителей свои на самом деле мы не любим, потому что мы вместе, что сели с ними в болото. А когда мы из этого болота выбираемся, становимся на твердую почву. Когда мы выбираем истину, мы проявляем свою любовь к Богу, любовь к себе, как Иисус сказал, люби ближнего как самого себя. Мы сами стоим на твердой почве, тогда мы кого-то можем вытащить из этого болота. Тогда мы проявляем свою любовь к родителям, то что тогда мы можем и их оттуда вытащить. Становясь христианами, опять те же самые, если вопрос христианства уже в частности касаться, ну или истины, да, становясь сами там пацифистами, а родители наши, может, там были милитаристами, мы и это провозглашая, и не соглашаясь с ними, и там не поддакивая им, что да-да, надо там убивать кого-то там в другой стране, якобы ради счастья тут ближних своих, да, ты тем самым спасаешь всех, это очень важно. Иисус говорит вот именно об этом, да, и что именно такая жизнь христианская, жизнь в истине, несмотря на то, что она временность страдания причиняет, Родители, если они сами не познали истину, в конечном итоге, когда они познают истину, это истина брать эти не горе, слезы обратятся в радость, потому что они познают, что тогда они просто были заблуждались и, <coughs> и будут рады, что, а возможно, если особенно они через вас к этому придут, да, то они еще вам благодарны будут. Но по сути, если даже через кого-то как бы другого придут к истине, то все равно они вспомнят, что вы были этим примером, они просто были слепы и не видели. Это очень важный вот такой момент. Мы с вами, в принципе, дальше подошли к подразделу Иисус и Родитель. Ну, мы, видите, не просто так у меня эта цепочка выстроена, эта хронология, она выстроена и по возрасту Христа, и по Евангелию, по сути. Я постарался все это сделать. То есть те стихи, которые я вам уже обещал, я на них ссылался, я обещал разобрать, мы с вами к ним тоже подобрались уже. В ниже следующем месте Евангелия Иисус уже прямо говорит о том, что всякий его ученик и последователь, встав перед выбором между им истиной и крестоносной жизнью с одной стороны и родителем, то есть на одной чаше весов истина Евангелие, Иисус Христос, любовь, доброта, вечность, свобода и все прочее совершенное, абсолютная истина, и на другой чаше весов мои родители. Братья, сестры, родственники, друзья. Здесь на самом деле все можно. Просто мы с вами разговариваем сегодня в рамках детей родителей. Ну, хотя я не раз вам сегодня упомянул и говорил о том, что, что, все мы равны. И так надо ко всем людям относиться. И когда на другой чаше весов, вот так называемая любовь к ним, причем в противовес этой чаше весов моей святой жизни во Христе, что, то что я должен выбрать? Я должен выбрать, конечно же, что первое. Это истину, это Христа, это любовь, добро, вечность и свободу. Это и будет моя любовь к себе проявляемая, к Богу и ко всем окружающим, в частности к тем же самым родителям или детям. Я вам зацитирую Матфея, 10 глава. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашний его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Очень важные слова для христианина, если он таковым себя считает, следовать этим словам. По поводу врагов, ведь опять же, я говорю, слова-то Иисус эти употребляет. Их можно найти и у Моисея, и у Иисуса. Вопрос, что в это вкладывает? Разве Иисус хоть когда-то, да, враги такое страшное слово, что есть мы говорим, что у меня домашние враги, мой, мой отец, мой враг, моя мать мой враг, мои дети, сын или дочь мне враг. В христианском смысле, мы же что, подразумеваем, ведь тот же самый Иисус говорит, любить врагов. Поэтому мы с вами не ученики Моисея, которые берут, подвязывают меч на пояс и идут рубить своих родителей, которые не в истине или там. Дети, да. Иисус призывал любить врагов. Поэтому они хоть и враги, он говорит, то есть они против тебя, вы против друг друга. Но это ты не убиваешь его, а, а ты не хочешь смерти грешника, а хочешь, чтобы он покаялся и жив был. Но при этом Иисус говорит, что, конечно же, истина, она разделяет людей. И поэтому, когда у тебя на чаше весов истины, и, 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 и там даже самые близкие тебе люди. Да, родные там по плоти, ты выбираешь истину всегда. Когда этим ты сам и их выбираешь, но, но позже, когда они придут к этой истине. Другого пути просто нет. Нельзя ради ближнего свалиться в то же самое болото, в котором он сам сидит, и вместе закосневать в этом болоте, думая, что вы из него вместе потом как-то чудным образом выберетесь. Вы не выберетесь. Выбраться можно только кому-то одному на суше и помочь выбраться другому. Так это работает. Поэтому Иисус говорит: кто любит отца или мать боль ж... меня, это не говорит, что не надо заботиться, что если ты. И опять же, ведь Бог есть любовь, и Бог хочет, чтобы мы все любили всех и друг друга. Бог не ревнует, что мы любим еще кого-то. Здесь Иисус, когда говорит, более или менее, подразумевает именно, что ты выбираешь, Он и хочет чтобы ты равной любви, что любовь к истине была правильной и равная любовь к любому человеку. А когда ты между истиной и мамой, папой выбираешь маму, папу, да отрекайся от истины и на словах, и на делах в том числе. Это все разные ситуации. Вас могут на словах принудить отречься, а мог на делах, да. И не просто отречься от истины, а поступать по злу. да Папа милитарист, а сынок пацифист. Либо наоборот. И ты ради сынка или папы отрекаешься от там, пацифизма. И что, идешь еще хуже того, берешь оружие, вместе с сынком идешь воевать или вместе с папашкой. Все, ты отрекся от истины. Вот Иисус говорит, кто вот так вот, в данном случае вы враги друг другу. Это не говорит, что вы не должны кусок хлеба друг другу подать или помочь попу подтереть, если у кого-то вдруг немощь настала. Но это не значит, что ты должен склониться на его убеждения, что ты должен принять это, я уж молчу, как я вам сказал, про это вообще-то еще и участвовать в противоположном истине, зле должен. Ни в коем случае. Да, твой сын там, ты пацифист отец, а сын пошел там в армию, сейчас там день там на Украине воюет. Что ты должен сделать? Ты должен промывать его мозги, прессовать его, ультиматумы ему ставить какие-то, да, свести к минимуму, может быть, общение, поддержку какую-то. Но если он оттуда приедет без ног и без рук, но все же живой, да, ты должен будешь заботиться и петь о его теле, и дальше промывать его мозги, чтобы он из всего этого, это его опыт жизни, да, он вернулся оттуда без рук, без ног, пару миллионов ему, может быть, навалили там, который он быстро пропьет. Дальше-то что, бросить его? Нет, ты должен заботиться о его теле, помогать ему как-то и промывать ему дальше мозги, в хорошем смысле слова, чтобы он познал истину, что ты там ничего хорошего не сделал, ты творил зло, а ты должен покаяться и стать пацифистом, стать любовью ко всем людям. То же самое в обратную сторону, если это ваш отец там милитарист, а вы сын пацифист. Это дочери, матери, ползать не имеет никакого значения, это как просто примеры. Вот и все. Вот что значит любовь, больше или меньше Христа, истины и какого-то любого человека. Что ты не поступаешься с истиной. Что ты не творишь вместе с ним зла. Но это не значит, что ты не кормишь даже злодея. Иисус... Павел очень хорошо сказал, враг твой голоден, накорми его. Да. Ногой одень его. Это очень важно. Павел прямо это сказал о врагах. Поэтому здесь имеется в виду, что ты, как я вам пример уже с жертвой, с насильником, ясный и понятный сказал, что когда там кто-то кого-то насилует и говорит и из любви ко мне, ты же любишь меня, ты же христианин, подержи-ка, а я ее тут изнасилую сейчас. Нет, это ваша будет любовь ко не ко всем. Здесь все то же самое работает. Я надеюсь, вы все это понимаете. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не, достоин, не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Человек, выбравший Иисуса Христа своей путеводной звездой, идущий за ним, неся свой крест, поношение, оскорбление на Голгофу, всегда будет предметом насмешек, презираем. Он будет гоним, а возможно и распят на том самом кресте, который он сам добровольно несет на лобное место. Но мы, добровольно выбравшие такую жизнь, не должны горевать и отчаиваться, ибо Испив эту земную чашу временных страданий и научившись жертвенной любви даже к своим врагам, мы по праву становимся достойными гражданами вечного небесного царства любви и свободы Иисуса Христа. Заповедь Иисуса о любви к другому, как к самому себе, начинается с самого себя. Она с конца начинается. Потому что люби ближнего, как самого себя. То есть, значит, ты прежде должен полюбить себя. Как ты будешь любить другого, если ты себя не любишь? Любовь к себе – это святая жизнь. Ты ей проявляешь прежде всего любовь к себе, потому что она тебя самого делает счастливым. Это и есть проявление любви к ближнему, соответственно, у тебя будет все из этого стекать. И это все будет являться любовью к Богу. Потому что ты любишь себя и ближнего, а значит любишь Бога. А эта любовь, это, это жертвенная любовь. Это крестоносительный путь христианина. Это очень важно. И горевать здесь не стоит, если кто-то, да, Да, нас жизнь христианина, крестоносная, она всегда связана с непониманием, с, неужи, неужи, с унижением, не, оскорблением, поношением. Это так, но это все временное. когда-нибудь все те наши поносчики, угнетатели, обидчики, они все так же покаются. Наше дело с терпением нести этот крест и, и с любовью ко всем своим врагам. На реальных делах, а не на словах, естественно. 19 глава Евангелия от Матфея. Тогда Петр, отвечая, спросил его, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в новом бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всяких, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего получат во сто раз больше и наследуют жизнь вечную. Многие же первые будут последними и последние первыми. Как видим, это я вам зачитал: как видите, опять все прямо относится к нашей сегодняшней теме. Сейчас я свой комментарий вам зачитаю. Как видим, оставление родного дома со всеми домочадцами, отца и матери, братьев, сестер, жены или мужа и даже детей ради Христа, истины, любви не лишает наследия вечного благобытия, святого человека, живущего доброй жизнью ко всему творению Бога. Конечно же, Иисус не призывает нас, его учеников, последователей, бросать в нужде своих родителей и родных по плоти близких, супруга, супругу, супруга или супругу, тем более детей, когда они имеют в чем-либо нужду, в какой-то конкретной жизни необходимой помощи. Здесь Иисус не имеет в виду уже совсем немощных и старых родителей, несовершеннолетних детей, инвалидов, родственников и так далее, любых других иждивенцев. Еще раз, то есть смотрите, вырвав стихи из общего контекста Евангелия, того, что Иисус учит нас в любви, конечно же, прочитав эту фразу, может показаться, что можно просто взять, там, бросить своих родителей, детей, да, это абсолютно не так жену или мужа. Только вот по причине того, что ты тут решил стать христианином. Нет. Конечно же, речь не идет там о несовершеннолетних детях. Где Иисус говорит, что там ты как бы между... Оставляешь даже детей, подразумевает уже взрослый человек, у которого дети взрослые. И когда у вас какие-то преткновения, как я вам сказал, вы можете даже порвать общение. Но где никто не имеет никакой плотской нужды. Там дети уже своей взрослой жизнью живут. Возможно, там семьи и так далее. Как я вам сказал, пример. Вы, может быть, пацифистом родитель, а он там милитарист, патриот, расист и вы что значит оставить? Оставить не по плоти имеется в виду, что если он вам вдруг с какой-то помощью обратится, вы ему помогаете, то так же, как мы всем грешникам помогаем на улице, где-то еще живущих там и встречающихся нам на пути жизни. Речь идет о чем? Оставление. Оставление их мировоззрения, если хотите. Оставление всего вот этого, что якобы можно пренебречь истиной, да, и вот якобы там делать вид, что ничего не происходит, что они никакого там зла не створят, да, своими поступками, они на самом деле там злые. Вот. Здесь именно эта речь, конечно же, идет. Вот это вот оставление. Это действительно может быть уход из дома. Де дети, наоборот, вам 20, там родителям уже 40, 50. Да, и ни в какую. У вас какой вопрос нет их, не тыкни, вы все по-разному, да. Вы можете, конечно, оставить, если родители... Я сейчас буду о себе вот говорить э -э кратко, да. Вы можете это сделать, если, если по плоти от этого, так скажем, никто не страдает, не считая вот этих душевных терзаний. А, мой ребеночек меня оставил, потому что я вот, видишь ли, там не такая, как он. Он пацифист, там, веган, а я тут трупожорка, э -э милитаристка, да, или милитарист, там, мама или отец. Вот. Это очень важно такое, да. Но вы можете, да, ты можешь поставить ультиматум, можете разграничиться. Если, если, тем более, если вопрос касается, знаете, есть более мелкие вещи все-таки, все равно в той же самой христианской жизни, в нашей, грех от греха тоже разнится. Да. Можно на ногу наступить, а можно голову отрубить. Это разный грех. Вы помните, Иисус Пилату так сказал, больше грех на том, кто предал тебя мне. Грехи имеют разный уровень. Больше или меньше. Одно дело за косичку дергнуть, дернуть девочку во втором классе, другое дело изнасиловать ее э, во втор, на втором курсе института. Это разный грех. И то, и то зло, да. Но дергание за косичку и насилие сексуальное это все-таки не одно и то же от слова совсем. Вот так вот, конечно же, здесь Иисус не призывает нам, нас бросать там каких-то нуждающихся. То есть опять все это надо правильно читать, но при этом мы с вами видим что он и не учит нас, а точнее учит обратному, что это не значит, что если ты заботишься о кем-то по плоти, помогаешь кому-то. Если вы когда-то ровные по крови там были, это не значит, что теперь вы должны всю жизнь быть вместе, всю жизнь друг другу кивать головой на все безумие и так далее. Это тоже все очевидно. Давайте я немножко о себе тут прочитаю. В свое время, мне было тогда 27 лет когда Бог явился мне и призвал меня к покаянию, первое, что я сделал, это побежал в родительский дом с благой вестью о вечном небесном царстве свободы и любви Иисуса Христа, в который все мы сможем попасть, если покаемся в своих содеяниях и створим плоды, достойные покаяния. Но все, что я услышал в ответ, так это предположение оставить все, все эти бредни и лечь в дурку на обследование лечения. Такая же реакция была и у сестры по крови. Друзья и знакомые также остались нетронутыми этой радостной новостью. Я оставил всех, и один пошел за Христом, истинный Богом, познанием совершенной любви. И десяток лет провел вдали от родных, близких и друзей, исполняясь полнотой познания истинной любви. Но позволить я себе это смог только лишь потому, что у меня не было никакого никого на иждивении. Я не был ничем обременен в материальной, социальной и других сторонах жизни человека. Когда я пошел со Христом, оставив все и всех, то родители мои тогда были и до сих пор находятся в здравии и материальном благополучии, а мне уже 41 год. Также и сестра. Женат я не был, детей нет, домашних животных тоже. У кого иная жизнь, есть Иждивенцы какие-то материальные, социальные и прочие долги и обязанности так поступать не должны, а должны приходить в полноту познания истины, любви в тех условиях, в которых находится сегодня по всеведущему и мудрому промыслу Богу, а нас, в этой временной, а нас в этой временной земной жизни. Я кратко рассказал свою историю, более полно обо мне вы всегда сможете узнать на моем основном канале Христолюб Веган Пацифист Космополит из плейлиста «Моя жизнь», там я все подробно рассказываю. Даже здесь я, так скажем, округлил. Когда в 27 лет Господь явился мне, призвал меня к покаянию, сказал купить Библию, и с этого началась моя новая история жизни. И то и не сразу. И, в принципе, я хоть женат не был, но я там жил гражданским браком. Так, у, меня, у меня были, не то, что там домашние животные, у меня были кошки, но я всегда их растил, кто знает, как я отношусь к так называемым домашним животным, тем более я веган. Тогда я, правда, еще, так скажем, я уже стал в процессе. Но дело в том, что я их не бросил, я их никогда не делал без... Я всем говорю, что даже если у вас есть какие-то животные, особенно кошки, кто знает, они самодостаточны, тем более, которые живут в частном доме. И у меня там было несколько кошек, которые жили просто сами по себе, и плюс я просто ушел из стал дома, там осталась моя бывшая, так скажем, девушка, и она о них, так скажем, заботилась. Вот. И они плюс были такие... Кошки гуляют сами по себе, они, по сути, там раз в день хорошо приходили поесть. Там был частный дом, большая территория, и они там жили своей жизнью. То есть, по сути, это, как бы, я их там не бросал на произвол судьбы, да, вот. Они животные, они живут самодостаточной жизнью, я никогда их не порабощал, даже тогда, когда я еще не пребывал в полноте познания истины, многие вещи я все эти знал и ощущал. Вот. Детей у меня не было, ни своих, ни чужих, э, так скажем, в попечении в каких-то, да. Родители мои, ну, идеально здоровых не бывают, но в обычном они, они не нуждающиеся, они там не на инвалидных колясках, живут своей жизнью, работают до сих пор. Ну, сейчас не работают, уже на тот момент работали еще вот, сейчас уже на пенсии многие, и до сих пор они более-менее в меру возраста в здравом состоянии, обеспечены, так скажем, своими там пенсиями всем. Я к чему всю эту историю рассказываю, да, я ушел, так скажем, в себя, кто знает, ушел с одним чемоданчиком, с Библией пошел бродить по белу свету, изучать и истину, познавать, максимум проводил время в уединении, в чтении, в назидании Библии, предании, истории, всего прочего, да. Вот. Не каждый себе это может позволить. И опять же, это я по плоти смог так реализовать. Но это, не, это, это, игры это путь не всех. Мы можем жить и в семье, и познавать истину. Это одно другому вообще не мешает. Основная масса людей не одиночек таких, как я. Да, людей семейных, чем-то обремененных и так далее. Тем более, говорю, могут быть на иждивении. Даже не родные люди, а, ну, я говорю, вы можете быть над кем-то опекунами. Плюс, видите, я перечислил, это могут быть и какие-то социальные обязательства. Может где-то работать это не обязательно оставлять. у меня такая была жизнь, меня не держала никакая там работа, не наоборот материально хорошая, либо там социально, что там я, как, ну, вы можете где-то работать, в каком учреждении, это очень важно, если вы и так там творите много добродетелей, благодетельства, там не знаю, в каком-нибудь о благотворительном фонде и так далее. Это и не надо оставлять все. Я вас уверяю, что вы и так к истине быстро придете, вот в такой атмосфере находясь, да, и сколько-то время там уделяя познанию истины, все остальное свободное, так скажем, да. Вот. Но я себе позволил там другой путь. У меня были к этому просто такие возможности. Вот. И поэтому здесь опять же я мог себе оставить по плоти. И опять же я оставил только по плоти. И в принципе всегда был на связи. Я никогда уж совсем, знаете, я не ушел в себя, что я там, знаете, телефон поменял, куда-то пропал. Нет. Я просто максимально внешне свою жизнь оформил так, чтобы все мое время я своими руками пропитание себе добывал, но я этому уделял времени вот только в дне в таком, да, там, грубо говоря, сводил свою работу пару часов в день, старался на таких работах работать, либо работал, как бы, говорится, вахты, там, поработаю, там, 3-5 месяцев, а потом год, там, не работаю, два, на, на эти деньги живу, чтобы вот познавать истину, потом также я и проповедовать стал и так далее. Да? Вот. То, то, то есть здесь то же самое, каждый, конечно, сам по своей жизни, по тому выбирает, Дело это своей плотской, так скажем, то, что я от всех ушел, на самом деле было не потому, что там мне по плоти от них уйти хотелось, это просто чтобы внешние обстоятельства жизни сделать так, чтобы я мог вот внутренне раскрыться, да? чтобы мог познать Бога, истину и все прочее. Тем более Господь меня. Позвал и у меня по сути то выбора, можно сказать, не было, да. Вот так вот. Поэтому здесь, конечно, сам должен вешать все, как я вам уже объяснил. Я думаю, вы сами же все это понимаете, что здесь надо разграничивать плоть и дух, да. Это не, если у вас кто-то есть, мы не имеем права как раз это бросить. Это будет не любовь, да. Это очень важно. И плюс Иисус как бы здесь такую мысль, в частности, в этом месте, уж мы сегодня об этом с вами говорили. Здесь надо понять. Что он говорит, как бы, вы когда здесь по плоти от всего этого отречетесь, что якобы там мама, папа, братья, сестры, в небесном царстве, все поймете, что все мы равны, и все там обретете, и все будем там и мамами, и папами. Кто до этого дойдет, тот все это там и вкусит, да. Это очень важно, что Иисус как бы это говорит. И плюс здесь ты обретешь еще больше, и даже в земной жизни ты обретешь себе и братьев, и сестер, если ты там перестанешь общаться там с сестрой, с братом по плоти, с которого вам и так ничего особо не связывало, и никто там ни от кого не зависит, все там самодостаточные. Что толку-то там ходить на эти пустые какие-то там вечеринки, общения, высиживать, знаете, отбывать эту повинность, только потому что ну надо там, вроде там эти очередные праздники, а тебе идти-то неохота, а у тебя причем есть какие-то, ты можешь там работать целыми тоже днями, у тебя и так там пару дней, может хорошо, если в неделю, может один день есть, который ты уделяешь вот такому, какому он себе, может сказать, удаляешь, да, уделяешь. У тебя есть какая-то общая уже там, из братьев и сестер во Христе. Да зачем тебе идти на этот бестолковый праздник с твоими братьями сестрами по плоти, если ты хочешь вот провести это время с братьями сестрами по духу, где ты можешь что-то познать, назидаться, отвести душу там, да? Зачем все вот это, Иисус говорит? Что вот это вот, наше кровное обязательство, якобы надо, якобы это любовь, но у него же там день рождения у этого брата, да, там свои гости будут какие-то пьянки, может тебе это вообще не надо, зачем тебе это? Ну, ну, хорошо, ну поздравь его, позвони по телефону, по плоти все скажи. Все остальное мне неинтересно. Тебе там никто не нужен. Зачем тебе туда идти? Якобы выказать любовь. Да он живет другой жизнью. Почему ты должна, как говорится, соучаствовать в грехе? Может они там чем только заниматься -то не будут еще устраивать? Зачем тебе все это? Это никакая не любовь. Тонуть с кем-то в болоте это не проявление любви к нему. Проявление в любви, максимум пытаться, возьмите реальную, видите, все время с этим болотом вам, да, в реальности. От того, что ты вот человек тонет в болоте, ты вместо того, чтобы подойти из сухо, с твердой почвы, пытаться его как-то достать, ты берешь к нему в болото, в это прыгаешь, в зыбучие пески. Вася вместе засасывает, и вы делаете вид, что вы счастливы, ай, как хорошо, нас вместе, мы скоро подохнем, нас сейчас в это болото вместе засосет. Он скажет, ой, как я тебя люблю, ты молодец, ради меня в это болото э, прыгнул, мы теперь вместе подохнем нормальный человек скажет, ты идиот, зачем ты ко мне сюда прыгнул? Ты меня вытащи, и мы вместе будем живы. Чем ты прыгнул ко мне, мы вместе, так скажем, обнявшись, сдохнем в этом болоте, в этих зыбучих песках. Это же бред, мы же все это с вами понимаем. Правильно будет вытащить этого человека. Правильно сказать брату, слушай, я тебя люблю, как по крови, да, но я прийти туда не хочу. У тебя там такое общество, да, что я не хочу. Ну, ты, естественно, сам к этому обществу хорошо, к нему, да и сам часть этого общества, да, скажи, а мне это все противно. Я считаю, что это зло, это грех. Может, тебе брат наркоман, да, он там будет со всеми колоться, а ты что, будешь на все это смотреть? Я вот просто... Это же все настолько элементарно и понятно. Иисус как бы говорит обо всем об этом. Давайте двигаемся дальше, а то уже мы с вами к двум часам подбираемся. Мы потихоньку, в общем-то, и к финишной, на финишную прямую выходим с вами. Итак, по печенье. Вы можете уже по картинке понять, о чем пойдет речь, как раз о том, что я ему говорил. Иисус между заботой о своей Матери Марии в старости и явлением жертвенной любви к своим врагам неправедно убивающих его, запробовать истинную и любвеобильную жизнь, полную добрых дел, выбирает второе. Но даже будучи распятым на кресте, Иисус являет свою любовь к матери и ученикам, веря их Богу и призывая заботиться друг о друге, так же, как они заботились, заботи, заботятся о своих детях родителях. То есть еще раз, давайте я сначала вам прочитаю, надеюсь, вы знаете это место, но если нет, то вот как раз узнаете, а кто-то в памяти просто освежит. Итак, это Иоанна, 19 глава, очень важный момент дошел до нас только вот из Евангелия от, Иоанна. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит, ну Иоанна, который писал это Евангелие, говорит Матери Своей, Матушка, вот Сын Твой. Потом говорит ученику Иоанну, вот Матерь Твоя. И с этого времени тот ученик взял ее к себе. И они стали друг о другу заботиться. Он стал для нее сыном, а она для него матерью. То есть еще раз, это момент, когда Иисус где? Уже распят на кресте. Уже весь в мучениях висит, будучи вот неправедно осужденным за всю свою любобильную и добрую жизнь. Его распяли, его до этого бичевали жестоко. Да? И Иисус на этом кресте что делает? Это удивительная подробность Евангелия от Оказывается, он заботится о своих учениках, Мама, которая хоть светит, что является одной из них. Потому что я вам говорил, о ее жизни нам практически ничего не известно. Ну да, находила все время, но мы практически ее никогда нигде не видим. Все равно. В Евангелии ей уделено очень мало времени, мало внимания. Да? И мы видим, как он заботится о них. Мы видим, что он ее вверяет своему ученику. Ему вверяет свою маму, хотя, опять же, он же всех призывал идти за ним, взяв крест, на Голгофу, не беречь свою душу, свою жизнь, если на пути жизни встанут, перед нами будут весы, да, выбора. Мы видим что с вами, что сам Иисус, да, между вот этой вот любвеобильной жертвой, вот этим вот концом этой праведной, святой жизни, ужасной казнью на кресте, да, смертью и любовью, так скажем, к маме, он же не показал нам, почему он не показал нам пример до старости заботы о своей маме, там, да? Почему? Он выбирает вот такую вот жизнь, и нас призывает к такой жизни. Это тоже очень важно. По сути-то, он же и Марию, как бы, он же всех призывает, но до тех но призывает добровольно, и до тех пор, пока я, еще будучи молодым учеником, да, который не готов еще к такому пути, как он им сказал, позже, когда уразумеете и достигнете, пойдете за мной. Мария, возможно, не готова и не дошла до этого еще. Он добровольно-то призывает всех. Может, до старости и доживать-то не придется и заботиться сам друг о друге. Но они сейчас не готовы. И на это время он вверяет их друг другу для заботы друг о друге о земных вещах, о попечении в земном, о телах наших, бренных и тленных, скоропостижных. Но, естественно, он призывает всех своих учеников, идти за ним на Голгофу, неся, идти за ним на неся свой крест. Это очень важно. Но при этом видим, что он заботится. То есть еще раз, вот это вот здесь... Я вам хоть и часто говорю, что дух и все это нераздельно, человек, да, существо, там не надо там очень часто любят там дух душа тело все это как бы по отдельности нет все это вместе мы цельные существа но вот в этом плане здесь сейчас актуально понимать и правильно то что вот это все как бы как говорят действительно корешки отдельно вершки отдельно это тоже очень важно да, красивый налево, а умный направо. То есть, когда касается духовно, все вот этих вот вещей, выбора истины, познания истины. Мы должны, несмотря ни на что, выбирать истину. Чаша весов нас должна всегда перевешивать чаши весов истины. Евангелие, Иисус Христа, доброты. Все касается вечности, свободы. Мы за это должны стать как говорят, насмерть, быть горой, не, не, не сдвигаемой. Да. Все, что касается плоти, мы даже врагов своих корнем. Это очень важно. Но опять же, не надо путать. Ты его кормишь никогда, он прям насилует жертву. А когда ты можешь его вразумить или еще что-то. Тут тоже такие нюансы, да. Это не значит, что я говорю врагу. Это кормить врага во время его насилия на, на, какой жертвой, да. Это, это все, что ему силы давать его там убивать, этого человека. Это тоже такие вот нюансы. Другое дело до или после пытаться образумить человека. Другое дело во время злодеяния там, да? поддерживать ему, жертву держать или булочку ему в рот пихать. Это неуместно абсолютно. Вот. Это очень важные такие вещи. Но смотрите, здесь два прям важных момента мы прям разбираем в цепочке, в связке один с другим. То есть, казалось бы, сам Иисус заботится о своей земной матери Марии, об ученике, и тут же, мы с вами читаем другой эпизод. После смерти Иисус был похоронен своей собственной земной матерью. Мы с вами из Евангелия все это знаем. да? Я вам все это, естественно, зачитывать не буду. Рассчитываю на тех, кто с Евангелием знаком. То есть Иисуса потом, сама мама, сама эта Дева Мария, она при кресте до самой смерти Иисуса, при когда его снимают с этого креста, да, участвует и в положении его, в погребальную гробницу, в эту пещеру, как в древности хоронили. То есть она при всем этом присутствует. То есть после смерти Иисус был похоронен своей собственной земной матерью Марии. Но при этом сам он не дал проводить в последний путь и похоронить отца своего некоему своему ученику и последователю. Это Матфея 8 глава. Я для вас ее целиком, ну, это место, место зачитаю. Иисус, увидев же вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Тот говорит ему, Иисус говорит ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему, «Господин». Из учеников его. Тот только хотел быть учеником. Да? А это уже ученик его говорит Иисусу. Господин, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. То есть он узнал, он уже стал учеником Иисуса. Стал учеником и последователем. Обязался жить крестоносной, жертвенной, полной любви, христианской крестоносительной жертвой, крестоносительной жизнью, и что узнает, что умер его отец? Опять заметьте, он не находился при этом отце. Что же такое? Как же Иисус учит почитать отца или мать, но при этом его собственный ученик о смерти отца узнает, как говорится, от, от третьих лиц, да? Он же не находится в доме. Ну, во-первых, потому что этот отец мог умереть не по старости, не от болезни, а вообще внезапно, да. И как мы видим, то есть человек оставил своих родителей и пошел за Иисусом. И Иисус не говорит, что он не почитает отца или мать. То есть он оставил там, возможно, здоровых, обеспеченных родителей, да, и ходит за Иисусом, учится у него, да. И Иисус не говорит, что ты не почитаешь отца или мать. Как мы видим, даже судьба так сложилась, что отец его умер тогда, когда сын был вдалеке, когда он был с Иисусом. И, в принципе, ученик же не ропчет на Иисуса и не говорит, вот я вот выбрал хождение с тобой, а там у меня вот отец помер а я даже рядом не был, не проводил его в последний путь, не закрыл глаза ему, своему любящему отцу, да. Не был перед его ликом в последнем мгновении его жизни, да. Нет, ученик не ропщит на Иисуса. Он просто просит его, говорит, позволь мне отлучиться и похоронить отца моего. Сейчас забегает вперед, хочет сказать, тебя же потом мама похоронит, да. Позволь мне тоже пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Не просто не позволил, а призвал оставить все это вообще, вообще туда не ходить. Представляете, Отец умер, а Иисус говорит, оставь их. И более того, еще и наехал, как это по-простому говорится. Еще и обидел, а по сути просто обличил, сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Давайте я вам сначала зачитаю свой комментарий. В принципе, мы с вами, да, уже на финишной прямой. Ну, в принципе, и так уже за два часа. Нет противоречия. Почему же так? Я задаюсь вопросом. Есть ли противоречия в словах и поступках Иисуса? То есть самого его, значит, мама может похоронить, а он своего отца похоронить его ученик не может. Есть тут противоречия? На первый взгляд может показаться, что есть. А по факту? Нет, противоречия нет. Если не терять контекст, как всегда, евангельский, общий контекст жизни и учения Иисуса Христа, перед Марией никакого выбора, когда она хранила Иисуса, между истиной и похоронами Иисуса не стояло. Погребение Иисуса никак пагубно не отражалось на ее жизни, скорее даже наоборот, когда она при всем при этом присутствовала и так далее. Да? А вот тот ученик Христа, пусть нам не осталось его имени, называем его вот так вот. Видимо, уже не вернулся бы к Иисусу после похорон отца своего, о чем Иисус знал, будучи всеведущим Богом. А потому Христос и предлагает ему идти за ним без оглядки даже на родственников своих, чтобы достичь ему полноты познания истины, а уж затем, спасшись самому, совершенством в божественной любви ко всему творению Бога, спасти и дом свой, и всех домашних своих, и всех друзей своих, ибо свечку Господь не накроет горшком и не засунет под кровать, а поставит на самое видное место в доме, чтобы освещать его и всех живущих в нем. То есть еще раз эту с вами простую мысль уясним. То есть Иисус запрещает этому, по сути, ну, Иисус палкой ничего не делает, он ему, как сказать, проповедует и говорит, и призывает его оставить все это. Потому что знает, видимо, дом. Мы с вами сейчас читаем все это, так скажем, без контекста, как я вам сказал, как бы мы не хотели. Я вас призываю погружаться во все, во все эти евангельские события, на себя их сюда примерять, наоборот, на современный мир. Но мы не знаем всех этих тонкостей. Очевидно, зная, будучи в Духе Святом, мы с вами в истине, в свят, в любви, в свободе вечной жизни, понимая весь этот дух Евангелия, познав Дух Христов, мы с вами можем все это читать и дописывать между строк, мы понимаем, что Иисус знал ситуацию и понимал, что вернувшись в родной дом, как мы с вами видим, один из богатых людей не смог распродать свое все лишнее имущество, отказаться там, так скажем, и уйти из родительского дома и так далее, этот, видимо, ушел. Там не важно, супер богатые его были родители, но мы видим, что один, помните, вот мы с вами сегодня всех коснулись этого богатого человека, который пришел и тоже хотел наследовать как-то жизнь вечную Иисусу, ему предложил все продать и следовать за ним, взяв крест. Он отказался. Этот, видимо, не отказался, то есть это тот человек, который, да, он оставил дом, оставил все и последовал за Иисусом. Но, ну, умер отец. Он говорит: "Можно я схожу, похороню?" Иисус, зная все, провидя, будучи всеведущим Богом во плоти, он, он, знает, что он уже, он все равно еще слабенький. Он только пошел, взявшись за плух за Христом, да? И он понимал, что если он обернется, как жена Лота, он превратится в соляной столб. Его оставят там. Мама будет рыдать. На кого же ты меня покинул? Вот отца теперь нету. Хотя там у мамы, может быть, полно родственников тоже, сестры, братья, дети еще другие есть, которые не идут за Христом и которые попекутся о а маме. Там есть о ком печься. Но мама все равно начнет плакать, рыдать, падать на шею. Вот. На кого же ты меня серотинушку оставил, да? И она просто его уговорила. Хотя она не была в супер нужде и не, 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 и не есть в супер нужде, да? То есть и, и очевидно, что Иисусу это все понятно, это все было известно. И этот человек, как я, я, вот в этом человеке вижу себя, да, то есть я мог себе позволить это сказать. Иисус ему говорит в самих похоронах уже ничего нет, твой отец мертвый по плоти, а все те, кто хоронит, кто там весь твой дом, он мертвый по духу. Они не знают и не хотят знать истины. Я здесь, я Свет пришел в мир, и не, не идете ко Свету. Ты один из них из всех пришел ко Свету. Если ты сейчас уйдешь от этого света, ты еще та свечка, которая просто свечка, но ну, ты еще не зажглась от меня. Тебя еще пока некуда ставить. Ты пока еще сам чисто... Э Ниточка воском обволоканная, ты еще не горишь, я тебя еще не зажег, да, как я хотел бы привести, принести огонь на землю, как, я принес огонь на землю и как хотел бы, чтобы он возгорелся, но ты еще не возгорелся, ты еще слаб, он как бы, я вам сейчас все вот это вкладываю как бы в слова Иисуса, он как бы это и говорит ему, ты еще свечка не горящая. Ты еще слабенький, сам немощный. Ты сейчас пойдешь туда, и тебя засосет эта трясина, засет, засосет это ваше болото. Твои домочадцы, враги твои, они убедят тебя остаться. Отречься от меня. Обо мне ходит разная слава. Для кого-то я добрый, хороший, кто-то нет, но обольщает народ. Вы помните, как о нем говорили. Да? Иисус видит это в ученике и говорит, нет, это не будет почтением и любовью сейчас ни к родителям, ни к дому своему. Ты сам сначала спасись, сам познай истину. Сделать ты это сможешь, только быв рядом со мною, быв рядом с истиной, в истине, возрастая и укрепляясь в ней, приходя в осознание, в полноту познания истины и совершенствуясь в ней делами жизни. Только так ты можешь прийти в полноту познания истины. И потом что? Потом ты пойдешь в дом отца своего. Ему ты уже все равно не поможешь, он, он уже все, ушел. А там, возможно, ты кого-то спасешь, но прежде надо спастись самому. Вот очень важно. Видите, всегда какие-то тонкости, казалось бы. Еще раз контраст такой, да? Иисус и мама может похоронить, себе позволить, а он сам не позволяет ученику сделать то же самое со своим отцом. Казалось бы, где тут любовь тогда? Да вот она, любовь. Тому уже не поможешь отцу, если он там тоже был противник истины, может быть, даже, может быть, каким-нибудь злодеем даже был. Ему уже не помочь. А в доме твоем ты не сможешь помочь, потому что ты сам слабенький. А они тебя поборят, они тебя засосут в эту трясину, в это болото, в котором сами сидят. Ты должен встать твердо на ноги, на твердую почву, на твердое основание. И тогда ты, может быть, кого-то спасешь. Вот так вот, то есть мы с вами видим все это тоже, все вот это есть. Что значит почитание? Видите, он был вдали от родителей, не пришел. И еще. А вот когда он в полноту познания истины придет, этот а, а, у, у, ученик, да, придет, и что? Придет, заявится домой, как я заявился, можно сказать, там через несколько лет, может быть, десятков лет. Скажет, так я вам сейчас тут буду истины учить. Многие ли будут его слушать, да, в познании этой истины? Мама та же самая скажет, вот, ты даже не явился на похороны отца, а тут явился через 10 лет, блудный сын, да еще будешь меня тут истине учить. Где же твоя любовь была тогда к моему отцу, ко всем домашним, никого не уважил, да, меня бросил, оставил. Будет его мам потом Евангелие слушать. А Иисус, по сути, говорит, это не важно. Ты сейчас не знаешь, что будет. Помните, как в притчу о сеятеле? Твое дело сеять. Твое дело самому познать и сеять потом. Что там будет, ты не знаешь. А может, мама все равно. Может, она за 10 лет, у нее много чего откроется. Да, и собственно сердце. И она примет и будет рада. И ей там уже особо Евангелие будет. Не нужно рассказывать. Она уже, может быть, жизнью его познает. Или от кого-нибудь другого. И ты встретишь маму там, христианку. И дом свой уже не болото, а такое же небесное царство уже. Может, там и без тебя Бог как-нибудь управит, что там все к истине придут. Не только через тебя. Не на одном тебе мир сошелся. Да. Ты, может, другим будешь светить, а твоей маме, твоему дому кто-то другой засветит. Очень показательный и очень важный момент. То есть мы с вами видим, с одной стороны, вот это вот, почитай отца и мать, там, люби, да. И мы видим даже из Евангелия, вот из тех крупиц, которые я сегодня с вами в этом большом ролике показал, накидал вот так мазками, да. Причем не выборочно, не потому что там есть какие-то другие, якобы вот, я вам показал, что Иисус как раз заботится о маме там, да заботиться, призывает заботиться, а не нести все священником в храм. То есть он это и словами призывал, и сам это делал, позаботившись о ней и о своем ученике, еще молодом и юном, и о Ане, верив им друг друга для заботы и попечения. То есть мы с вами видим, что оказывается, все это почтение, не просто какие-то вот слова, что это, знаешь, и в почтение мы вложили какое-то вот это рабское послушание, биение головой о а пол, там, облизывание своих родителей, даже если там злодеяния творят, нет. И хочу опять обратить внимание, заметьте, насколько бы мы не были христианинами, уж я-то себя считаю стопроцентным таким христианином. Смотрите, очень Евангелие, какой бы оно ни было, это один уникальный случай. Даже Иисус не может нам продемонстрировать все вещи, мы не можем оттуда набрать всех нюансов. Ведь действительно, Дева Мария, ну как хотите, я хоть сегодня много раз говорил о том, что мы не знаем ее совершенной жизни, но все-таки, безусловно, мы понимаем, что это была очень светлая, хорошая девушка сначала, потом женщина, да, уж достигла она там полноты совершенства, познания истины ли, или нет, я не знаю, хочется верить, что да. Мы не знаем ничего ни о ее дальнейшей жизни, ни как она отошла в мир иной. Ну, есть там предания, я не хочу их сегодня касаться, они неизвестно, сколько там верны, точнее, там вообще маловероятность того, что написано. Вот. Мы с вами всего этого не знаем. А как быть с историей, когда у человека родители действительно плохие? Пьяницы, наркоманы, дебаширы, домашнее насилие, сексуальное изнасилование есть родителями своих детей. Как с таким быть? Вы найдете все основания в Евангелии, как поступать в такой жизни? а очень важный вопрос, где нет вообще ни одного случая в Евангелии, вы с вами не найдем, как поступать со своими детьми, как бы поступил Иисус. Вы знаете такую знаменитую фразу, как бы поступил Иисус, да, то есть живи так, и как бы поступил Иисус проповедник или христиане между собой надо так где-то в хохму, где-то, ну, как бы в любой шутке есть доля шутки, а все остальное правда, как бы поступил Иисус. Вот вы знаете, если мы зададим своим вопросом, а как бы поступил Иисус, вот, вот у вас с детьми тоже, наоборот, с детьми какая-то проблема, вот он там первый раз там накурился, выпил там в школе, подрался, кому-то что-то сказал, обидел, своровал что-то. Как бы поступил Иисус? Вот что бы он сделал своим ребенком, который вот там своровал или ударил кого-то? Что бы он сделал бы? В угол поставил, в ответ бы ударил бы, ничего бы не сделал, простил бы. Или еще бы начал бы отмазывать своего ребеночка за то, что он там что-то такое, хотя он не прав, да? Как бы поступил Иисус? А мы не знаем с вами, потому что у Иисуса не было своих собственных детей. Вообще тема закрытая, потому что что у нас нет с вами ни одного евангельского примера, как бы поступил Иисус э, в своих в своих в своих этих делах, как бы поступка с в него были дети, не на что нам опереться. И как я говорю с родителями это один уникальный случай, один Иосиф, одна Мария про Иосифа практически мы, про их взаимоотношения с Иисусом мы ничего практически не знаем, кроме вот этого случая с 12-летним и, и, Иисусом, и все, мы понятия не имеем, какие у них были отношения, как, как они общались, о чем они общались, да, Если уж Иисус, Иисус там с учителями израильными общался, а общался ли он с Иосифом, на какие темы, как общался, и это Иисус, а, а это мы с вами порой не вы еще тук-тук откройте, дети, да, как все это было. Я на этом сегодня, можно сказать, заканчиваю, надеюсь, это интересное, любопытное для вас, любознательное, отрадное, назидательное видео. Я хочу подвести конечный итог. Как я говорю, можно до бесконечности все это ковыряться. Можно было бы на каждый эпизод, вы знаете, мои огромные пробки, я мог бы на каждый эпизод записать по двухчасовым видео, разжевать все более подробнее, но мне хотелось такое общее видео записать, конечно, где-то я при чтении Библии последовательно, Евангелия, я обо всем этом о чем-то где-то что-то говорю, но когда я записываю такие вот большие концентрированные ролики по какой-то теме, то они тоже дают такую картину какую-то. Я думаю, что у вас все равно какое-то общее впечатление, вот вы на красную кнопочку потом жмете, когда все это заканчивается, у вас какой-то образ остается. Я надеюсь, что у вас останется такой образ хотя бы неоднозначности того, что, знаете, вот там сказал, почитай сказал мама и папа и все коленки затряслись ты готов все бросить от от всего отречься в своей жизни лишь бы там маме папу угодить не обидеть там якобы да не позлословить хотя если ты говоришь родителям правду да о том что они там даже в ад пойдут за свою грешную жизнь какие-то конкретные если вы их обличаете в каких-то конкретных злодеяниях это не говорит что вы их не любите как раз говорит об обратном я говорю, то, что Иисусу нет, найти пример Иисуса, как Он там Мария обличает, возможно, она действительно вела очень праведную жизнь, и там не, не до чего было докопаться, как говорится. А если ваши родители действительно погрешают, очень много погрешают против вас, против других, вы что, должны молчать? А чем они отличаются тогда от других? Если вы христианин, вы светите своей жизнью словом и делом. А почему вы их превозносите над другими людьми? Других людей, значит, вы обличаете, проповедуете. А своим родителям, как вы им будете тогда проповедовать и обличать? Вы будете ждать, пока кто-то это сделает, а никто не сделает. Они так ваты пойдут, так на вас вина будет. То же самое с детьми, да? Вот. Поэтому я надеюсь, что у вас обрисуется такая картина, что если вы когда-то вот так вот боялись и чрезмерно, вы знаете, со словом хорошо и много плохо есть такая пословица, я часто говорю, это, по сути, истина. Здесь то же самое. Вот такая вот чрезмерно трепетная любовь к родителям, это неправильно. Вот такая вот треперная, трепетная, чрезмерная любовь к своим детям тоже неправильная. Никогда они маленькие, никогда они вырастают, и вы уже, наоборот, стареете. Там. И что вы уже, как бы, если в детстве еще можете что-то там, как с палкой взять, пожурить, что-то насильно в голову вбить. То, конечно, когда он, у вас ребенок вырастет, вам уже там 70-80, а ему 40-50, ну, что вы ему, какую силу или власть у вас над ним нет? Да, есть. Да, по сути, никакой уже. И тоже вот это вот трястись, боясь там с ним порвать отношения, или что-то ему сказать, а вдруг он потом вообще приезжать. И так ты раз в год приезжал, а сейчас еще что-нибудь скажу, обличу, что он там неправедную жизнь ведет, и вообще перестанет ездить. Ни внуков не увижу, ничего. Это неправильно. Иисус сказал, что между истиной вот этой, кто еще ему засвидетельствует об истине, кто еще обличит нас обычно, кроме нас ближних, нам до нас. Как вот именно говорят, как раз только ближним есть дело. На самом деле здесь как раз это в обратную сторону, как я говорю, работает. На самом деле плохо, что мы печемся столько о, близ, о близких. Но здесь это работает, так скажем, в хорошую сторону, что вот именно, а кто кроме близких будет о нас заботиться? Что о теле, а что о душе, то же самое. Вы думаете, кому-то и дело вас там обличать, что вы там какое-то зло творите. Да нет никому никакого дела. Кроме ближних, никто нас не обличит, и в грехе Кто-то побоится, кому-то это невыгодно, кто-то это не надо, это никому. нас ни, до кому никого дела нет, кроме как вот им до своей семьи. Именно мы в первую очередь должны друг друга обличать. Родители, дети, братья, сестры. Именно своих ближних. Мы именно им светим прежде всего. А мы все свели к заботе о плоти. Да. Я, значит, приехать к нему на день рождения, к брату, как я вам пример приводил, допустим, должна его уважить. А сказать ему в лицо, что он там на, этой, на этом день рождения, они там а, наркоту употребляют, я не должна попить, попечать и проявлять любовь к его душе там, да. Этого я не должна делать. У нас все перевернуто, мы все, мы, мы как Иисус сказал, дух, да, прежде всего, дух бодр, плоть не пользует немало. Дух на первом месте, вот иерархия. Да, все важно, человек цельное существо, но есть... Иерархия, есть ценности, есть приоритет, есть ступени. Дух на, на, прежде всего истина, Бог, Отец Небесный, как мы с вами сегодня во всем этом в одном видео поговорили. Вот что у нас во главе угла, как Иисус тоже сказал, да, стоит. На этом зиждется, строится, созидается весь дом духовный, который мы с вами каждый есть храм Божий. Вот так вот, это очень важно. Вот такую я общую вот эту мысль хотел этим роликом, чтобы вы задумались вот о таком вот неправильном, знаете, отношении, когда мы из-за плоти, из-за крови как-то неверно относимся к своим вот этим кровным, плотским э, родственникам, друзьям, людям нас окружающим, которые как-то внешне с нами якобы соединены. Я хочу, чтобы вы пришли к мысли, что все мы люди на земле равны. Я думаю, что все вы это на самом деле в глубине души понимаете, знаете, потому что я такой же, как вы, я всегда говорю, а вы такие же, как я. Что меня связывает с какой-то там двоюродной сестрой, братом, которая там э, раз в год, где -то на празднике, на каком-то тоже там, на семейных сборочках этих вижу. На самом деле вы понимаете, что по-настоящему вы братом истории называете человека, какого-то своего друга, который близок вам по духу, который вас что-то объединяет, с которым вы друг друга в душе не участвуете, встречаетесь. Все возможное свободное время там, по выходным, а не только там, на каком-то там семейном сходнике раз в год. Вот кто на самом деле ваш брат и сестра. Вы это понимаете? Что толк тут это все кровное с этим нахаться? Да. Мы все должны стремиться к истине. Я для вас, думаю, не открою ни секрет, уж это не я один проповедник такой пример привожу. Мы как бы все, как в математике, мы все с вами точки по по радиусам сходимся к одному центру. И Чем мы ближе к этому центру, тем мы ближе друг к другу. Возьмите две точки на противоположных даже сторонах, которые сходятся к одному центру в окружности, да, в шаре. Они чем ближе к центру, тем ближе друг к друг другу. Пусть мы в этой жизни не вкусим эту близость, но мы все должны стремиться в центре. Как кто сказал, там ты, ты встретишь всех тех своих братьев по духу, сестер. Ты сам стань совершенным в этой жизни. Но это не значит, что нужно, конечно, в пещеру закрыться, там у тебя ребенок кричит, голодает, там, грудничок, а ты решил там уйти в молитву в пустыню. Нет. Об этом во всем я сегодня с вами много поговорил. Здесь главное здравый смысл, разум и все вот это вот. Попечение о плоти, как Павел говорил, не превращать просто в похоти. Да. И, и насаться вот этими именами, то же самое, как вы знаете, с фамилиями, с родней. Вот со всем это. Просто надо понять, что все мы равны. Все это люди придумали. Вся эта кровность, это все надуманное человеческое. Внутри люди, приходящие к полноте по, познания истины, понимают, что все мы равны. И чувства ко всем испытывают абсолютно одинаковые. Духовные чувства, душевные чувства, то есть которые просто связаны непосредственно с делами. Я испытываю духовную любовь. И, 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 и к одному человеку, и к другому, то кто-то где-то в Африке живет, а это вот э, на одной, можно сказать, кровати в моем доме. Я и того человека люблю, но тот ни мне ничего не делает, ни я ему ничего не делаю. У нас каких-то душевных чувств нет, у нас есть только духовная такая, незримая потенциальная любовь, что если мы встретимся, мы друг другу будем делать добро. Но на данный момент сейчас добро мне делает какой-то ближний мой человек. Гладит меня, кормит, поет, э, поет мне сладкие песни. Я просто испытываю душевную любовь, душевную радость, то потому что мы просто дела какие-то любви друг другу проявляем, то потому что мы просто находимся, как я говорю, на расстоянии вытянутой друг другу руки. Вот и все. Но прийти надо в сознание жизни, в жизни, в осознание того, что все мы равны. Вот и все. И относиться ко всем равно. И заботиться, я говорю. Вот и все. Так что вот так вот. На этом у меня все. Такой вот получился большой ролик. Я говорю, можно все это в подробностях разбирать. И еще есть места. И можно что-то, конечно, и в новом зловете. Если в отличие от ветхого, там брать-то нечего. Хотя можно их разобрать все как отрицательные моменты, там какие-то поступки. Вот. Но я уж не знаю, доберусь я до этого. Ну вот это я хотел давно тоже выпалить. И в рамках вот плейлиста и темы «Семья, дети, родители» вот он свое место, этот, это видео такое у меня получилось. Какие у вас есть мысли, размышления, желание высказаться на эту тему, что-то сказать, покритиковать? Все, в, в комментариях к этому видео можете вываливать. И хорошее, и плохое. Я все комментарии всегда ваши читаю. На что могу отвечать текстом. Может быть, даже отвечая на видео, если комментарий или вопрос заслуживает того внимания, такого более подробного моего. Вот. Ну, вот так вот. Ставьте лайки, кому нравятся мои материалы, мой контент, мои проповеди, если вы считаете, что они несут добро созидание, любовь и свет в этот мир, и делитесь ими со всеми, с кем считаете нужным на своих ресурсах, в личных сообщениях и так далее. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Это будет уже... Я сначала у меня не был, я добавил еще один раздел, это проповедь благовестия именно детям и родителям. Я об этом кратко сказал в одном из видео, но хочу более подробно выделить в отдельную тему. Пока. Все. До встречи в следующем видео.